Сейчас. Раз, два, три. Всем доброе утро. Настройка стрима. Во время стрима никто не отменял. Всем здравствуйте. Ура, здравствуйте. Доброе утро. Так что микрофона. Тут всем привет. Серега, Гутен Морген, Мойн Мойн. На север Германии. Юрий. Салам алейкум. Вот он, чеканок. Так, подожди. Вот вы не ждали, а мы припёрлись. Короче, подожди. Он заставил меня. Он заставил, да, я... Ну так, чуть-чуть. Так, как на стриме нас слышно? Доброе утро, ребят, приготовьте чашечку кофеёчку. Всем привет, наконец-то, здравствуйте. Смотри, камеру на ютубе, как я двигаюсь. Быстро? Давай, подвигайся. Давай вот эту волну, можешь? Смотри. Нет, давай волну. Вот так вот делай. Вот так вот делай. Смотри, видишь, как жидко двигается? Жидко двигается. Ты посмотри на ютубе, картинка какая. Саламчик, сталкер, здорово. Ты посмотри. Я, короче, делаю, ребята, смотри. Работу над ошибками. И там все время дергался. Смотри. Смотри. Все. Все. Это, короче, кофеин. Кофе перепил. Всем здравствуйте. Всем доброе утро, ребята. Вот так вот. Смотрите, вот всем тут еще свежеваренный еще. А ты что это, постригся, что ли? Нет, я уже оброс. Нет. Мне как раз надо подстричься, а я вот еще вот так. Да. Почему вы не по-русски разговариваете, я твоя не понимать? Потому что мы не, потому что мы не в России, сам... потому что, братан. Давай, как его говорится. Почему мы не в России? Ну, я-то... Нет. Мы на телефонах, на компьютерах, мы с вами. Мы на ютубе, блин. А ютуб... На ютубе здесь один язык, можно на пальцах разговаривать, если что. Можно на комментариях. О чем вещать будете, господа хорошие? О, хорошие, да, господа. Илюха, принимай за комплимент. Леночка, спасибо большое. О чем, А как называется стрим? Я забыл, подожди. А ты написал комментарий? А, кстати, да. Вы вообще комментарии вообще пишете, нет? Давайте, давай голосование. А, у тебя есть уже какой-то? А я поставил, но я могу... А все честно отвечают, нет? А вот хороший вопрос. Знаешь, пишешь комментарий, жа. Что это значит, жа? Всем привет, ребят. Всем привет. Тебя может погромче сделать как-то? Ну-ка. Не знаю. Я тебя сделаю, давай, на 130% в Дискорде. Ну-ка, давай-ка скажи там... 130%. Здравствуйте, ребяточки. Всем привет. Всем привет. Как говорится, из горячей, из страстной апрелевки вам саламчик. Там что, Илья, что ли? Илюшка, да-да-да, Илюшка. А я что, не понимаешь, что происходит? Что так, это в этом весе заключался смысл, Нют. Чтобы никто не понимал, но все равно было интересно и смешно. Во. Анечка. Если все будут понимать, что здесь происходит. А у тебя есть правила в этом чате какие-нибудь? Правила есть там? Ну, как у меня, знаешь, там правила. Кто первый написал, в закреп попал. Там, а, ну это там, можно... Кто нам? Всем привет. Я могу просто вот так вот, хоп. Кто первый написал с приветом? Юрий написал. Всем с приветом. Всем привет. Юра написал, Юра в закреп попал. Ура! Вот кто первый написал у меня комментарий под видосом, тот тоже в закреп залетает. Все правильно. Да, кстати. Вот это я уже давно практикую, классная штука. Так что это значит, я. Анечка, привет, сталкер, Вольф, Серега, Юрочка, привет. Всем здравствуйте, всех вас очень рад видеть. Лена. Вот мы сейчас разговаривали перед стримом, как обычно, вот эти вот ля-ля-тополя. Да. И я такой смотрю на время, думаю,
Вообще, кто придет, да, то на работе, кто спит, кто, блин, скажет, да ну вас нафиг с утра пораньше. А вы все здесь, и за это вам всем огромный вот такой вот, не знаю, лайк назовем, или как это, или лайк, про, лайк. Просто вам такое вот сердце такое, здоровое такое, такое сердце большое, большое такое вот это вот, ютуберское такое вот наше. Сталкер уже целоваться начал, все понятно, он в кепке, он в кепке. Чаранул. Это он после вчерашнего, помнишь, вчерашнего, это кепка. После вчерашнего игрофильма. О, точно, вчера читали пост Антона. Если да, то что вы думаете об этом? Лично я считаю, что Тоха прав. Тоха, базука имеешь в виду? Базука, да. Нет, я вчера пост у кого видел? У Даньки я прочитал очень длинный. До базуки еще это не... по поводу Юры, да, по поводу Юры. Как там, надо уметь прощать, ребята, что давайте пофилософствуем по поводу, если человек делает ошибку, надо ли его прощать, прощается ли он. Да. Слушай, насчет базуки. Ну давай, раз такая пьянка, слушай. Давай по поводу базуки. Не, ну давай, открой прям. Зайди, конечно, вот, конечно. Канал, сейчас прям, сейчас мы так это и сделаем. Мы же где находимся? Прям, ничего не читала? Лена, Елена, смотри. А почему у тебя еще ключа нет? Не понял, непорядок. Все, теперь будет порядок. Всем привет, добро пожаловать. Сейчас опять будет Ньютоном выдавать штрафы. Кто не напишет, не поставит, вам штраф будет. Спасибо большое. Мой самый любимый моддер, а? После, конечно же, вот этого, который в кепке чекана, вот, это Angry Wolf, это, конечно, она вас всех быстренько штрафует за то, что вы не пишете комментарии. Так, где наш базукич? Вот он, базука. Базуки, давай, зайдем. Комьюнити, давайте, смотри. Комьюнити. Наконец-то, а, хотя нет, у базуки... Лайкос, не, ну вот смотри, вот ты последний раз об этом говорил, и вот я захожу до базуки, кручу вниз, и у него рекламу только все про себя, да про себя... Хоть бы кому-нибудь подсказал. Репост сказал бы, чуваки там, типа, зайдите, пожалуйста, к нему на канал, там, да, вот, у него классный контент. Нет, все, свое, да, вот это вот да, все. Да, вот это ты недавно напоминал, да. и вот сейчас мы видим вот живой пример. Я прям сразу уже, типа, ребят, ну... Всем напарникам, все, у нас самый лучший чат, смотрите, чат, все с гаечными ключами. Нормально. Зато, если кто-то... Здесь у нас боты боятся вообще находиться. Настоящие живые люди, которые пишут комментарии, пишут в чате. Ты что такое говоришь? Настоящие живые люди. Настоящие. Не вот эти вот чаты вот эти вот все, знаешь, которые пишут компьютеры, а именно настоящие люди у нас пишут. Не искусственный интеллект, а настоящий. Василий, сейчас стрим Half-Life 1. Стрим, живой прямой эфир. О, сейчас врубим. Подожди, так, сейчас, секундочку. Десктоп, вот. Смотри, переворачиваем. Так, сейчас, вот, давай, я прям, давай вот зачитаю. Слышь, стой. Цыц, я сейчас прям прочитаю. Блин, подожди. Читай. Подожди, сейчас. Я вас обожаю, сталкер. Жранул. Я вас всех очень сильно люблю тоже. Всех. Я вас всех. Я всех вас. Подожди, сейчас мы сделаем кое-что классное. Хоп. Вперед, так, хоп, смотри. Короче, сейчас будет много букв, но прошу прочитать внимательно и до конца. Это писал базука. Да. По крайней мере, тут так стоит. Я не знаю, может, за него это сделаю искусственный интеллект. Не, надо вот так, внимание. Внимание! Обращаюсь ко всем стримерам, ютуберам, которые пытаются поддержать мой канал, так сказать, на взаимовыгодных отношениях. Запрещаю вам и кому-либо писать в чате во время стрима о том, что вы... играете, стримите или делаете видосы. О! Серьезно? А что, так можно было, что ли? Базука? Мне вообще писать, что ли, ничего. Все, Илюха, ты можешь отписку делать. Подожди. Которые пытаются... Мы пытаемся поддержать его канал. Да. И нам нельзя писать ничего. Так, подожди. Мне глубоко все равно на это. Я захожу к вам и сам знаю, во что вы играете и когда проходит ваш стрим. О! Чего? Он, то есть, не смотрит наш контент? Конечно, нет. Конечно, нет. Конечно. Ему все равно на наш контент нет. Ему не то, он не все равно. Положил большой толстый. Саня Бархатов, здорово. Я на работе в пожарной части. Сталкер-пожарник, ё-моё. Он будет теперь... Он будет не жарить, он будет тушить. Ты же тушишь, да? Короче, дожди золотые. Мой канал не для пиара ваших каналов. Реклама на моем канале стоит овер до хрена. Ты понимаешь, вот почему у него в комьюнити нет ссылок на наш нормальный такой никчемный контент. Вот так вот. Ну, ё-моё, ладно, давай я тогда сделаю.
Короче, это просто что-то с чем-то. Не, ну давайте я теперь дочитаю, мне теперь очень стало интересно. Так. Если вы думаете, что от меня к вам кто-то придет на канал после таких сообщений, вы глубоко ошибаетесь. Отнесите серьезно, народ. Ты что, опять там ошибался, что ли, Чекан? Короче, нет. Своими сообщениями в чате вы только раздражаете меня. Я долго терпел, но терпению пришел конец. Вы вынудили меня перейти к жестким мерам, и что привело меня написать этот пост. Ёп! Парацетамахом. Вы сами знаете, ребята, я уже об этом говорил не раз, и в ежедневном влоге говорил, и на стриме говорил. Я стараюсь себя сдерживать. Здесь это мой фильтр, стрим. Прямая трансляция, чтобы я меньше употреблял... Держи, он называется, Олег, вот этот? Подожди. Пледолу. Нет, ну как вот этот называется, блин? Мат. Во. Вот. Мат. Чтобы я меньше употреблял мат. Довел, да, базуку довел. Теперь, Олег, короче, у меня поднимается давление. Так, Мария, это все... Да, Чекан довел базуку до белого колена или куда? Да точно, смотри, Юра, я подумал твою мысль, и ты так же пишешь все это. Ну, я уже представлял это все. Салют, чат, салют, драйвер. Надежда, здравствуйте. Одни маты, мы в шахматы играем просто. Шах и мат. А теперь, что вас ждет, если вы не поняли? Пожизненный бан и отмена моей поддержки вашего канала. Тебе понятно? Тебе поддержки. Все, не будет больше от базуки. Yeah. Антон, если ты вдруг увидишь этот стрим, конечно, не обижайся, но мы так прочитаем. Нет, Антон, просто... не обижайся, конечно. Я все равно буду заходить и писать. Да, но... Илюха все равно будет заходить. И Илюхе бан на Ютубе дают, и все равно он каждый день здесь. Ты ничего я не... все равно зайду. Да, он все равно зайдет. Он зайдет, но он сделает еще 50 аккаунтов, зайдет к тебе. Да. Надеюсь на ваше понимание и уважение. Не хотелось бы доводить до этого, но такие люди уже улетели в бан, и мне их не жалко. С восклицательным знаком. Ему вообще не жалко, понимаешь, он... Никого не жалко, никого, ни тебя, ни меня, ни его. Во. Ну, черный песню плащ, очки и... Песню вспомню. Анечка, привет. Одни маты. Не-не, я стараюсь. Я даже сейчас... Я за 12 минут стрима еще ни раз не заматерился. Надеюсь, сегодня вы не услышите от меня мата. Я очень на это сильно надеюсь. Вы хотите мата? Вы хотите Бархатова, его знаете, что это мат. Саня, не, без обид. Саня здесь присутствует. Саня, мы... Это... А я же вижу, что он в чате сидит. Так, ПС, короче, говорю. Смотри, вот правила поведения на стриме. Правила поведения. Вы видели правила? Он написал правила. Да. Вот я вот прям на весь экран, я надеюсь, хорошо видно. Если что, говорите. Так, подожди. Даже там брюки хватит надо? Если что, я просто в спортивках тут пришел на трансляцию. Можно? Так, смотри, у нас получается. На стриме запрещается спойлерить сюжеты игры, не портить впечатление от игры стримеру. Понимаешь? Тебе нельзя портить впечатление от игры. Ты чё? Это спойлер, бан. Да. Ладно. Ты зачем ему говоришь, что Хогвартс говно? Не надо было это делать. Почему, блин? Ну, это не игра для девочек. Оставьте эту игру для девочек. Ага, и следующий пост, и следующий пост после правил, смотри, Хогвартс Легаси. Блин, ну это игра для девочек. Оставьте игру для девочек. Играйте в Resident Evil ремейк. Красота. Джинсы только свои. Чё? Серёга побомбит, Серёга побомбит. Джинсы только свои. Ага. Нет, всем приветики, и что вы тут делаете? Наталья, здравствуй, солнечного тебе. Натали! Правила, давай, правила. Оскорблять все стримера были... запрещается тебе, понятно? Тебе запрещается оскорблять стримера. Кто так играет? Ну, бас, у тебя руки кривые. Куда ты стреляешь? Куда ты стреляешь? Что это такое? Ой. Олег один раз в жизни использовал мат, когда на выпускном дрочи Квасуха в спортзале. Дрючу, фу, слава богу. Я думал, мне это самое. Фу. Юра, аккуратнее, что ты там пишешь. Юр, ты свои воспоминания, у Юры просто нахуй. Сто пудов. Короче, как раз вот сезон этих. Тебе запрещается оскорблять других зрителей. Блин, ну как? Обсуждать политику, религию, игры вне политики и религии. Постить ссылки на сторонние ресурсы и ваши каналы. То есть ссылку на канал тебе в чат ставить. Все. Как? А почему нет? А в чем заключался смысл тогда вот этого чата, Ютуба, прямой трансляции? Кто? Нет, я же никогда ссылку-то не кидал. Или кидал? Тебе запрещается просить подписаться на свой канал, посмотреть... Посмотреть, написано посмотреть, там буквы Р нету. Там прям, да, смотри, я вот даже вот выделю даже, смотри. Посмотреть ваше видео и т.д. Реклама в чате стоит 10 тысяч американских тугриков. Жадина. Я даже не знаю, что такое американский тугрик, но ладно, это мы потом обсудим. Тенге топ.
писать тенге-топ. Ты вот так прям, тенге-топ сразу же, смотри. Писать только капсулам, стараюсь прочитать все сообщения. Капслок вам не поможет. Что за хрень такая? Капслок. В чем суть, я не вник. Осуждать выбор игры на стриме, а также писать, кто во что играет. Это уже было в первом пункте. Писать, что игноришь, не игнори и прочее. Такое только раздражает. Вы в чате не одни, а стример еще в игру играет. Понимаешь? Зачем ты пришел в чат писать, если он в игру играет? Модераторы знают, что делать. Они не предмет для обсуждения. О! Ребята, у вас в чате у меня на канале и у Илюхи на канале. Вот, вы все здесь? Кто модератор? Кто модератор смотрит и весь чат синий, да? Да, обсуждайте. Короче... Модераторы, вы знаете, что делать, и вас как бы не надо осуждать. Осуждаю. Осуждаю всех модераторов на канале. Смоки, привет. Потому что они классные. Смоки, здорово. Юрец Огурец. Санек, братва. Юрец Огурец. Это даже невозможно. Что это вообще за модераторы? Лучшие. Лучшие модераторы. Слушай, ну вот смысл этого поста, это какой-то всплеск, он бомбанул. На что он? Его бомбануло, он просто... Смысл поста еще... На 15 минут. Набили ему 40 лайков. Вот, смотрите. На 40 лайков ему набубьенили. Полтинник. Вот, в лайкомат попал. А вот, потом мы не писали ему не то, что у кого-то стрим, мы то, что просто написали ему рейд, кто это. Да. Кто это, ну, просто, знаешь, как попрекалось. Он был счастливый такой, вау, как круто. А потом выходит вот этот пост, бабах, такая полотенце, такой вот, текста, что, и знаешь, запрещается. Вот, знаешь, вот все пишут посты, вот эти вот, запрещается. У меня вопрос. Запрет! Вот к этому посту. А что разрешается тогда на стриме? Вот просто расскажите мне, что можно делать тогда. Полерить нельзя. Блин, если я игру проходил, и там, к примеру, да, я вот сейчас такой сижу и такой пишу, сейчас будет больно. Это же спойлер. Ну, и да. Типа, знаешь, он такой, все, в банах, и что будет больно? Ты мне все эмоции обломал вот этой надписью. Ну, чё, это несерьезно, господа. О чем тогда говорить, если он пишет, типа, об играх не разговаривать. Сидим на игровом стриме и об играх не разговариваем. Чего? Ты видел там? Молчать как тряпка. 10! Молчать как тряпка, Саня, я здесь с тобой согласен. Ну, то есть, по вот этому тексту, контексту у меня тоже получается. В контексте я бы тоже написал бы. Сошел, я прям... поздоровался, поставил лайк. Подожди, я прям комментирую. Молчать как тряпка. Копируем. Тут у него, смотри, есть комментарии под этим постом. Хочете почитать комментарии? Да. Серега писал. Серега здесь, смотри. Серега писал. Я на твоем месте здесь, не тратил на это нервы. Делай все спокойно и тихо. Береги нервы, здоровья тебе, брат. Согласен. Ладно, поддержал. Гидробур. Лайк ставим. Все серьезно и опасно стало. Гидробур, будьте внимательны. Серега, как всегда, зашел. Да. Здорово, лайкос, привет и ушел. Типа, знаешь, это... Если ты заходишь это минус. С сраным лайком на 2 секунды... Лучше не заходи. Лучше нафиг. Пошел нахер. Всю стату обосрал, все обосрал и ушел. Все это знаем, все как ютуберы это знаем, да? Но все вот так вот, типа, раз. Да. Зашел, типа, и вот самое интересное, базука, типа, такой вот, гидробуруч, то есть вот так вот, понимаешь? Ой, блин, я тоже. Не надо, знаешь, типа, ну ты же знаешь, что так делать. Ну, типа, это нежелательно, ты, наоборот, гробишь, типа, вот, ну... Статичку, не знаю, это все делают, и зачем? Да. И ты сам же это делаешь, типа, чё? Я не знаю, я вот зашел на стриме, допустим, у кого-то рейд, я зашел, я сижу у него, да. На стриме, я сижу да. У него минут 10, сижу, чтобы да. Ему статистику не портить, потому что даже его самый преданный подписчик, он все равно зайдет, выйдет. Ну, потому что у человека дела, потому что он может отойти чаю налить, потому что ему могут позвонить, он может в контакт отвлечься, там аниме включить, еще что-то, мама позвала, ну, там, да, возьмем аудиторию, к примеру, какую среднестатистическую пиздюков, вот, и типа, знаешь, как бы, ну, это нормально, это логично, вот, зачем просто так, ну, в такие крайности кидаться, и вот это, ну, я не понимаю, на самом деле, очень-очень странно. Очень Олег, странно, почитай, я еще ору, смотри, ты видал комментарий написал Юрец тебе? Да.
Ты чекан, блин, хоть раз про игры разговаривал на стримах, вечно про писюны говно. Смотри, Юра, я тебя люблю за это. Юра, Юра, вот так прям в Беларуси тебе вот такой лайк, прям вообще шикарно. Вон, сталкер нам вообще, сталкер написал стих, копирует его, и каждый под каждый коммент стих ставит. Красавчик. Я знаю, ты, конечно, сталкер не Пушкин. Не, он, конечно, сталкер не Пушкин, но Лермонтов точно. Молодец. Спасибо за это тебе. Значит, этого, да, очень сильно вот такой вот комментарий читаешь, и прям, знаешь, такой аж это в штанах там что-то приподнимает. Если сталкер был бы Серегой, он был бы Есенин. Если бы сталкер был бы девочкой, я бы ему дал. А я в этом даже не сомневался. Как я с него, футбол? Как ты с него, да? Как ты вчера ему раздевали на стриме? Я, блин, за рулем еду, они там делами занимаются. Я думаю, вы что, серьезно? Да, котов показывают. Да. Ну смотри сейчас, ой, я сейчас вот на телефоне включил, стрим идет класс, прям камера двигается, это все. Да, да. Вот, значит, драйвер залез, поковырялся в ОБС, короче. Могу тебе потом показать, если хочешь. Короче. Плейгеймс, привет, дружище, целую Библию, написал, я с тобой согласен на все 100%. О, только что про религию было, что запрещено, и комментарии, связанные с религией, заметили? Оставляю костюмки, да. Все да. Правильно, нечего спамить на стримах, молодец. Нечего спамить, Вегас Шоу пишет. Кто обидел Антон? Уважай друг друга, это самое главное. Так, что на это Антон ответил? Никаких обид, чисто предупредил. Вчера просто была неприятность на стриме. Вчера, это было сутки назад, у Антона 989 подписчиков. У него было недавно 960, и были жалобы по тому, что у него нет актива на канале. Ну ладно, об этом позже. Все правильно, есть, так держать, пишет Смоки. Данте Плей. Это что это творится, здорово. Что делается, на каком стриме произошло? Это постоянно происходит, пишет Базука. Это постоянно. Да что это? Да постоянно. Что-то хочет изменить. Все по фактам. О, зомбачок, слышь? Зомбачок. Шах и мат. Базлайтер. Спасатель истории. Я вчера, кстати, зомбачку заходил на стрим, блин, ему мага там писал, типа, вот я там, мага говорит, я там пишу по 10 тысяч миллионов в комментариях, там к одному стримеру захожу. А ко мне никто не заходит. Туда-сюда, говорит, а... Человек, говорит, мне раз в год говорит, комментарий напишет, немножко обидно. Это тоже, конечно. А я, говорит, ему... Не, ну, я понимаю, вот. Ну, как бы, блин, знаете, есть такое, вот как у меня, я там дружеский пинок дал каналу, да, вот сказал, ребята, вот канал, типа, да, вот, смотрите. Я не буду ходить с тобой за ручку постоянно, блин, у меня просто, ну, времени нету, господа, ну, не хватает времени, да. Помимо того, что тут еще и жизнь тебя на бутылку сажает, еще и надо как-то крутиться, еще что-то надо делать, еще хочется... ли была какая-то атмосфера, да, и сюда вкладываешь какие-то силы, и в жизни еще с чем-то борешься. О, да. Еще тебе чего, говорит, что ты ко мне не заходишь? Дружище, а ты зашел ко мне, ты поддержал меня, я тебя поддержал, типа, вот, смотрите, все, бам, бим, бум-бам-бам, там, репост сделал, лайкос поставил, на трансляции посидел, в чате про какашки подписал, пообщались, ха-ха половили. Ну, что я еще могу сделать? Вот что еще надо? Я не понимаю. Не, ты про политику не говори, про религию не говори, про игры не говори, меня не обижай. А вот, это что такое? Мне как тебя в жопу поцеловать? У меня вопрос. С языком или без? Вот сразу хочется спросить. Вот такой вопрос. Про мне некоторые... тебя в жопу поцеловать как? С языком ты хотел бы? Ну. Некоторые пункты там, политика, религия, базару нет. Эти два пункта, ну и мат, конечно, вот три. А остальные вещи, да, для того и создан чат. Обсуждайтесь, ё-моё. Общение. Это есть живое общение. Для чего мы здесь? Живое общение в чате, живое общение ля-ля-то-поля. А если тогда сидеть в чате такое, в тряпочку молчать, как написал Саня Бархатов, вообще, ну, тоже правильно, в принципе. Потому что смысл тогда вообще прямой трансляции. Согласись, тогда просто сделай летсплей. И вообще, да, и ты увидишь актив, да, какой у тебя будет на летсплее, потому да, что да, его уже так смотреть не будут. Я уже слышал недельки 2-3 назад от наших некоторых знакомых, то, что актив упал, потому что, ну, люди перестали делать стримы, там летсплеи начали только выходить. Люди и приходили на прямое общение, на настоящее, на прямую трансляцию,
Да, прямо здесь сейчас, из записи. Ты здесь и сейчас. То есть... поставить на паузу. Ай, там я ругнулся так. Да, потом, да, да. И все, вылетело. Я это уже никуда не дену, алло. В чем это плюс нашего сейчас общения? Если сейчас ты закосячишь или я закосячу, это вот прямая трансляция. Я это не вырежу. Я это не вырежу. Нет. Слушай, что-то там коробки какие-то теребонишь, я не пойму. Я так аккуратненько говорю. Это я еще, это та, которую я еще не открыл вчера. Юра пишет, пипец, и что мне теперь делать? Бартлби пишет. Я не знаю, Юр, что... Юра, что Юра, что вот Юра здесь еще в чате, я надеюсь. Юрец, что нам теперь делать? Серега, блин, да. Сиди и молчи. Сиди и молчи в тряпку. Хайнтер, это, кстати, Серега наш, это Серхио. Серхио, привет. А, он поменял, опять что ли поменял название, что ли, или что? Да, пока увидимся. Елена, Еленочка, давай. В смысле, Серега опять название канала поменял? Нет, он вообще канал поменял. А, вот он, Базука, Мария. Вот, давай открывай. Антоха, здорово, мы тут смотрим твои комментарии. Базука, давай открывай. Я так раз в чате обсуждал, что лучше Xbox и PS5, в итоге меня забанили за котика. Да, да, да. А я, Серега, я даже сейчас понял, о чем это идет речь. Да, вспоминаем мы нашего. Вообще, вспоминаем вот такие лайки всем. Вот сейчас обсуждаем твой пост по поводу твоего поста. Вот у многих вопросы появились вообще, что большие. Пока у нас на трансляции, да, мне интересно. У тебя написано про игры не говорить, как его, не спойлерить, матом плохо не писать, про политику не вспоминать, религию не упоминать, как говорится, везде баны. А что можно делать, Базук, Антох, на твоих стримах? Вот такой вопрос. Пока ты здесь как-то... Потому что у меня чисто негативные, на самом деле, эмоции в отношении этого поста, потому что, блин... Олег, верни мне модерку, и Бархатов. Я уже это видел, Саня. Вот что тебе сейчас эта модерка даст? Да. Ну на. Типа, на. Ну на. Пожалуйста. Ну, на. Играйся, а ты. Да. Играйся. Только пользуйся нормально гаечным ключом, а то потом опять он улетит. Достойно. Ютуб заберет. Все достойно, еще да, раз. Всем достойно. Еще раз приветики. Наталья, здравствуйте. А вы что, уходили? Наталья оттуда. Сюда. Наталья в влоге пишет и с нами общается, видал? Очень я ее научил. Да, я вчерашний ее влог посмотрел. Я потом зашел на Google карты и посмотрел это все. Ну вот с Google карты и действительно там такие места. Это жесть. Ну вот этого красота. Мужика с укулеле, Наталья, мужика с укулеле надо отгонять от тебя подальше. Потому что ты, когда что-то снимаешь, ты же вот говоришь. Да, ну, звук. А там мужик с укулеле идет рядом и... Бля. Или записывать, надо брать тебе петличку. Петличку. Да. И на петличку разговариваешь, когда записываешь на смартфон. Петличка, самую дешевую петличку бери для смартфона, они все хорошо работают. Бархатов... Ты что-то посинел. Хорошо. Синел, говорит, так. Ну, в смысле, мы сидим, чилим, играем в игру, заходит чел и просто с нихуя начинает писать. Я играю в эту же игру, и у меня сейчас будет стрим, буду в нее играть. А, так ну, бывает. Поздравь его, Антох. Ну да, наоборот, скажи, я к тебе еще и на стрим зайду. Да. Ё-моё. Я вот не знаю, я вот когда мне такое пишут, я скажу, фига себе, с посылом, типа, пошли все ко мне. Ну, отлично, Антох, надо сказать, сейчас я свой стрим поставлю на паузу и пойду к тебе, дружище. Вот. А прийти к нему и начать ему в его чатик разносить, и его аудиторию к себе заманивать. Я не знаю, чего вы теряете, чего вы сразу начинаете. Илюха. Вы сразу начинаете агрессировать. А на этом надо не агрессировать, а паразитировать. Понимаешь, он хочет присосаться к тебе и забрать твою аудиторию, а ты такой сидишь, я тут вообще, короче, ха-ха, сейчас. Я подожди, просто... заходишь к нему, и его стрим просто нагибаешь. Еще пацанов позвал, сказал, ну вот нам бы всем вот написал, пацаны, погнали, сейчас мы ему, мало того, то, что мы сейчас ему стрим разгоним, мы сейчас ему еще такого сикого напишем, там одного Монтона с ванной с дерьмом, как говорится, пригласить, все, весь чат его, понимаешь, весь чат, короче, перебазируем к тебе. Я не понимаю, зачем агрессия вообще нужна? Она вот только вот делает, задается, вот такие посты появляются, нервы тратятся, какие-то недомолвки, непонимания. Они нахрен не нужны. Вот. Дело в том, что аудитория не... А нам мы наоборот от этого ха-ха Я думаю, наоборот, тебе надо было с этого брать плюс, ну, в плане того, что типа, ну, поговорил с ней, пообщался... Твои настоящие подписчики, которые у тебя сидят, потому что им нравится у тебя на канале сидеть на трансляции напрямой, они не пойдут никакому челу, который зашел на 2 секунды, типа, прорекламировал свой канал. Ну и прорекламировал, ну и хрен с ним. Если на такие мелочи обращать внимание,
Тогда реально тут с нервишками будет. Вообще не, спокойно нет, никаких. Не, в том-то все я. Берешь, еще начинаешь на его канале еще начинаешь паразитировать. Вот да. И все. Я не знаю, я как вчера, вот, типа, такой паразитный стрим, знаешь, типа, но... я, потому что я слышу, когда я смотрю, там, вот, да, это, а, чужие каналы, там, ну, вот, ваши каналы смотрю, там, как-то рекламлю, показываю ребятам, там, еще кому-то стримы, там, да, вот эти делаем, сообщи вместе, то есть, там, репосты делаю в сообществе, еще что-то там, туда-сюда, короче, вот, а, и мне как-то пришло, что, типа, ребята, там, мне кто-то писал в комментариях, ты паразитируешь на чужих каналах, на чужом контенте так делать нельзя. Ай-яй-яй, я такой, а, я паразитирую, отлично, я тогда и буду паразитировать. Типа, я признаю, окей, типа, что? В смысле нельзя? Ну, это реакция на стрим, ты заходишь, делаешь просто реакцию. Половина Ютуба живут больших стримеров, больших миллионники, которые берут, включают стрим, как и ты. Где называют там реакция на то, на то, на то. Заходят к чуваку, и его прям стрим разбирают по полочкам. Почему да, нельзя? Есть, на это есть да. контент. Ну, то есть, если бы ты просто зашел, включил его стрим, и тупо мы сидели, смотрели на твоем канале чей-то стрим, это просто да. копия. Это тупо плагиат, это вообще нельзя, это неправильно, это ай-яй-яй, плохой ты мальчик. А вот когда ты включил, 2 секунды, типа, о, смотрите, он на этой секунде в носу покорялся, и сидишь его обсуждаешь. Потом опять 5 секунд прокрутил ролик, опять остановил, и опять ля-ля-ля-тополя, живое общение с чатом. Это совсем другое. Да, да. Это как раз таки в этом и заключается смысл. Я когда пару раз такие видел вещи у нас на немецком языке, там на английском, такой, блин, а чуваку-то, в принципе, по сути, смотри, что ему делать? Ему надо, чтобы у тебя был, а, интернет, б, канал на ютубе, с, у него должен быть так язык подвязан, чтобы он мог разрулить всю ситуацию в данный момент и в чате. Все. Ты с этим справляешься, ты просто включаешь, хоп-хоп. Ты же не смотришь его один в один, от начала до конца контент, да? Ну, то есть, нет, ну, ты зашел на канал, включил какой-то момент, допустим. Да, вот, включил стрим и такой, я пошел кофе варить, короче, придете завтра, да? Вы смотрите его, трансляцию я выключать не буду, ставьте лайки, типа, и ушел. Это жопа. Да, 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 подписывайтесь. Подписывайтесь на мой канал, а мы будем... Да, это фантастиш. Аня, я посмотрю стримы, узнаю, где ты живешь, гости приедут с рыбой. Придешь на топ-канал, напишешь так. Хинтер. Это Хинтер, это Серега на игре, который был, что ли, Хинтер, или что? Да, да. Серьезно? Серхио, ё-моё. Серега, сколько лет? Это же еще один резидент у нас в чате, ё-моё. Да, ты мое видео даже до конца не досмотрел, променял меня на Ваню. Нет, Серега, когда Ваню вчера Илюха отправил спать, я свидетель, я ехал на автомобиле, видел это все. Ваня пошел спать, и Илюха начал дальше смотреть, и у него завис интернет, короче, и стрим. Да, у меня с интернетом вообще просто беда. Отлично. Мы, как говорится, будем смотреть. Nintendo Switch, слушай, мне Nintendo Switch реально, я вот посмотрел ее у Сереги, посмотрел ее у Алекса, и если б я знал раньше, что такая крутая консоль, я не знаю, кто вот любит Switch, Серега, не любит. Красавчик. Я реально офигел от того, сколько может Nintendo Switch, ну, от возможностей этой консоли, да? Она многими недооцененная. Кто верит в PlayStation 2, есть еще Nintendo Switch. Ха. Короче. Да. Да. Базука, я сейчас, ребята, сегодня за ваш актив весь в чате, прям вам всем лайки, всем комментарии, всем огромнейшее человеческое спасибо. Что, напишешь? Я не ожидал, нет, я просто смотрю в чат и говорю, вот, все пишут прям четко, все не... Я вот так выборочно где-то потихоньку, раз-раз-раз, и ага. Наталья написала, ко мне на стрим тоже бывают такие, заходят и зовут к себе, или чей-то... канал ссылку кидает. Я таких обычно предупреждаю, но наглых в мут или бан. Короче, Наталья в баню тоже их, короче, посылает. Ну. А я таких люблю, я к себе их приманил. Я на себе их переманил. А знаешь, почему ты таких любишь? Начинаю сам таким, короче, занимаешься. Я их начинаю под себя, короче. Прям, знаешь, вот есть там, ну, ребятки, которые там, ну, вот, типа, маленькие, да? Они, да. Типа, ну, там, зайди ко мне на канал. Да легко. Дружище, да без базара, сейчас зайдем. Сейчас посмотрим. Бам-бам-бим-бим. Я его канал показал, я ссылку кинул. Он счастлив вообще просто по самые, конечно, помидоры. Конечно. Знаете, этот маленький человечек, он, конечно, рад, что его кто-то заметил. Ему так это по кайфу. Я, понимаешь, я ничего не сделал. Я нажал на 2 кнопки нафиг. Просто тык-пык. Все. А для него это полные штаны, понимаете? Он просто кипятком, все ляжки, понимаешь? Ему мать потом присыпкой на эти ляжки сыпет, говорит, сынок, ты чего? Ты чего? Он говорит,
мама, меня в Ютубе показали. Я понимаю это, я понимаю, какие у него положительные там эмоции, что его там искрит и вот сверлит, у меня же интернет барахлит. Да. Вот. И я такой, блин, я крутой. Я крутой. Все. Ты когда кайфанул, когда у тебя первые 2-3 человека зашли на стрим, как ты угорал? Да я вообще, я думал, я был в шоке. Ну, он себя сходил в туалет под собой, кресло до сих пор еще мокрое, вы поверьте уж. Да. Просто да, он потом он говорит, давай включай стрим. Я ему вебку послал, потом себе вебку купил, включил, да. вот сидим теперь тут, да. У меня тоже, у меня уже третье кресло поменялось, если что. Нет, у меня кресло вот это скрипучее, я его, короче, удалил. Сейчас сижу просто на табуретке, на следующей неделе поеду в магазин покупать. Табурет от всех бед. Смотри, у меня нормально. Деревянный. Нормально. Нет, деревянный. Сидишь нормально, а тут вот скрипучий, ну, вот это вот кресло. Мне не право, мне нравится правило, не заходите тогда ко мне, не поддерживайте, я тоже перестану это делать. Мне достаточно 2-3 человек, которые сидят реально от начала и до конца. Балазок, вот опять ты, короче, пыль поднял. Ни к чему. Мы сейчас не, Антон, обратили внимание на твой канал даже. Я один не останусь. Ой, да, я кайфанул, когда меня сам Чекан забанил. Серега, серьезно? Когда тебя Чекан успел забанить? Я вчера, и Джастыч улетел, и Серега улетел. В смысле? Вчера Джастыч 300 секунд отдыхал. Just Go Game ты бандал вчера? Да, да, да. Ты что, там совсем поскользнулся в огороде или что? Да. Ну, не, ну в смысле? Ну, короче, сначала Хантер пишет. Да. Хантер, знаешь, что пишет? Хинтер. Да, я такой говорю, типа, как же получилось, сталкер, если не прав, то ты поправь. А, короче, я говорю, блин, это ты, Серега? Он говорит, да это я, Серега. Я говорю, блин, ты меня достал. Я тебе говорил, что говорю я это. А, если ты название канала изменишь, я тебя забаню. И сталкер такой, походу, говорил. Бац! А у него же и ключ есть, да-да-да-да-да. Джастыч такой, я ухожу за ним, ты меня можете забанить. Сталкер сидит такой, да, хуя вопрос. Бац, туда же его. Охренеть. Я сижу такой, ну ладно, что, типа, пацаны, ну вы сами сказали, хотим в бан, ну летите в бан, типа, что уж теперь, что уж, ну знаешь, там, ну не навсегда на 30 секунд, так, ничего страшного, ну знаешь, что Хантер, ну как бы Серега, да, он ха-ха это вострел, ну он, конечно, бомбанул мне в личку, типа, пишет там, ну, типа, Чеканок. Что за безобразие? Что за безобразие? А что, собственно, тут происходит? Фадей пришел. О, сколько лет, сколько зим. Японский телевизор, его любимый. Доброе утро. А, доброе утро. Правила придуманы, чтобы их соблюдали. Что я вам советую сделать? А у нас есть правила. У меня лично на стриме одно правило. Никаких правил. Так что подписывайтесь на канал Чеканок Старс. Сидим, пердим. Фадей, сидим тут, короче. Я вон Чекана тут тоже банил. Да, было такое. Да, и не да, только ты. Ты там много кого. Есть, ура, наконец-таки. Фадей. Привет. Фунтик, привет. Они правила нужны, чтобы их нарушать. Ньют пишет. Ну вот, оно же есть. Ну есть, небольшое. Ну это уже так, исключение из правил. Так, давайте мы вот это сделаем. В пин поставим его. Так, интересная штука. Да, куда поставим? Тоха, все будет нормально. Залетели с рейдом и давай спамить, негодники. Да. Это вот как раз вот в сторону Илюх таким любит заниматься. Кто это? Обожаю. Кто это? Ждите, кто это? Кто это? Чат разогнали? Чат разогнали? Сталкер, успокойся. Сталкер, куда тебя опять потянуло? Подписался, пара человек подписалась, и потом в итоге опять не так. Нюта, ответственность нужна, чтобы ее за нарушение нести. Ну вот так вот получается. Те, кто понимает, тот понимает. Простите. Ну, простите за тавтологию. Антоху, все будет нормально. Правильно, Антон. Серега написал, не принимай хрен близко к сердцу. С подводной лодки хрен убежишь. Знаешь, такое. Все нормально. Все отлично. Это все мелочи жизни. Это все мелочи. Если на эту вот штуку вот такую вот так серьезно уже относиться, тогда можно собирать манатки, потому что как таковое вот эти вот 20-30 лайков, они по сути кому они нужны? Да никому. Так точно.
Так точно. Просто вы, как на школьном собрании сидите, меня тут хуесосите. Ни слова плохого не сказали. Смотри! Что, чтобы... Понять, смотри, того, это чей канал сейчас? Сейчас, подожди. Кто понял, тот понял. Я, если не понял... если не понял, мы напомним. Нюдочка, чмак, смак. Чей это канал? А хрен знает, я не знаю. Это канал самого грустного человека на YouTube. Самого грустного, который вот кроме двух игр больше ни в чём не играет. Юры! Юры! Нюта, да, есть такой. Грустного Юры, я бы сказал. Какой он раньше был. Посмотри его первые стримы. Ты знаешь, какой он веселый, активный вообще. А я толком ни хера не сделал, просто озвучил свое правило, и после этого поста на 50% упал актив из друзей канала. Базух, у меня всего пару дней не было. Я, блин, это как я с любимочкой общался, я своим здоровьем занимался, я с докторами связался, я, блин, чемоданы собирался. Вот это вот все. Вот. То это не сам раз, а по-унерский сауэт дружины. Есть, есть такое. Конечно, актив. Есть такое. Вот смотрите, сейчас. Страшно, потому что зайдешь, скажешь, игра классная. Бан! Ты че мне заспойлерил тут про игру, а? Про игру не разговаривай, Камеру вырубай. Хорошо, я про игры эти сильно ничего сказать не могу, потому что в такое не играю, мне как-то проще, поэтому. Дядя Олег, а можно спросить? Я отучусь на часок, пожалуйста, все целую, мне пора, вернусь, напишу. Ну, мы через час 10 заканчиваем, но если успеешь, успеешь. Если нет, так нет. Он еще и моргает. Ребята, если вы выходите на публик, то ожидайте похвал, ну и критику тоже. Да. Ого, ничего себе! Вот, да, Серега хорошо написал. Не, реально, с критикой надо уметь... На публику, уметь надо... Будьте готовы, что вам засунут два пальца в жопу. Да. И вы должны еще при этом улыбаться. Да. Нет, просто с критикой не каждый может это самое. И мне, Антон Базука, мне тоже прилетали иногда такие комментарии, там писали, да. Некоторые пункты я с тобой сразу же прям даже не обсуждаются, то есть там начинаешь что-то про политику гнать, до свидания, а такие комментарии именно потом вот там, о, хреново делаешь, там это неправильно. Вы мне вот пишите, вот что я неправильно делаю, я буду делать лучше. Это же мой, как сказать... Господи, какой он красивый был, а? Смотри, он какой молодой, как за год YouTube испортил человека. Вы посмотрите на это. Испортил, о, у него там девушка прошла в этом на фоне в зале. Ого, Юра, у тебя девушка есть? А я думал, он из этих. Я думал... Привет, привет, лиса. Чеканок, Илья, чеканок, у нас все силы. Да. Чтобы спортом заниматься, надо пить, курить. И котята, чтобы смеялись там. И, представляешь, и ты пьешь, куришь, а твои коты на тобой угорают. Вот так вот. Юра за спиной прошел. А, вот так вот вы своих друзей поддерживаете. Я вот что хочу сказать. И главное, чтобы критика была конструктивной. Но всем вам, ребята, я желаю добра, любви и понимания. Вот. Фадей, ну хватит. Хватит. Ну, нет, я очень рад, что... Да. Фадей, я не знаю, наверное, вчера ты чувствовал, что я у тебя был на стриме, я просто не писал. В этом и заключается суть Ютуба, что... Это где они с Рубика играют? Рубика, вот это, Pixel Stories там, да. Вот. Да. Вчера я как раз, я на работе еще был, собираюсь домой. Он врубает стрим, я прям нажимаю, и получается, я в первую минуту уже был там такой, ни хрена себе, даже такое бывает, но... Как там, как всегда, сразу по заставке, по первой минуте, ты понимаешь, где ты находишься. Нет, спасибо, что зашел, ты очень рад. Это мужик спасибо, прошел... что ты первый раз зашел на канал. Нет, не первый раз. Того... Кто меня будет критиковать, того задушу в объятиях. Так она критика для того и нужна. Наташа, у меня там по Sega игры в основном. Да, кстати, Sega Mega Drive. Ого, какие татухи. Никаких реклам. Где татухи? У кого татухи? Нет, руки вверх, так сделай. Хоп. Да нет, смотри. Ну просто усы. Да это наклеится. Вот, фломастер. У меня просто дочка любит рисовать. Дочка рисует. Дочка рисует. Дочка. Я дочку свою люблю. Дочке что ты сделаешь за рисунки на руках? Мне ничего не сделаешь. Блин, вот мне бы кто-нибудь написал критику неконструктивную, я бы ее в закреп поставил. Неконструктивную? Да, ну, неконструктивную. Да. Типа, знаешь, там... Не, ну я знаю, что мне кто-то там раньше заходил, чеканок, у тебя стрим лагает. Ну, типа, да, че, ну, у тебя да. Стрим лагает. Ну да, окей. А еще что-нибудь скажешь там? Может, что-нибудь по поводу моей лексики там начнешь говорить, там еще что-нибудь. А потом я понял, что, знаешь, меня потихонечку аудитория начала подстраивать. То есть, знаешь, так,
ты вроде классный, но вот здесь у тебя не так. А это же часть меня, это же я все-таки в конце концов, вот. И меня начинает немножечко это, теребить, изменять. Смотри, какой красавчик, пучий глазик, господи. Ну. Ты откуда вылез? И Яшка, как там тебя? Давайте прям. Смотри, как Антошка сидит такой. Ну, здесь ему лет 18-19. Ты, господи, откуда он, из какой хороший? Чего вот это, помнишь, мы сюда к нему зашли, когда первый раз, что у него так тебе понравилось, когда у него так камера обрисовывается, вот это обрезается да, такое. Да. Я тоже с этого прикольнулся, он когда двигается, так раз, и все равно кто-то на фоне раз промелькнул. Так, никто не обижайтесь, ребят, все будет хорошо, вы все... Мне задолбала кассета на стриме, с дождем убери ее и туда, и люди подтянутся, да не дай бог. Чихан, я тебя люблю, но если касательно консультирую, я бы тебе хоть одно шило из жопы вынул. Нет, мне надо еще больше шил в мою задницу, больше мою костлявую жопку. Костлявую жопку. Смотри, какой вообще... Ну а что? Здорово, чат. Ярик, привет. Ты крут без слов. Ну вот. Вот тебе комплимент, пожалуйста. Мне нужны. Надоели. Хватит целовать меня в задницу, она уже болит от этого. Мы сейчас говорим о критике, о конструкции. Вот, хочешь, вот секундочку, Мария. Да. Это у нас Юра год назад. 11 месяцев назад. 11 месяцев назад. Смотри, какой красивый. Сейчас мы как раз и заберемся да, на корабль. Ну, душка, прелесть. Чем я и говорил, смотри, он сидит, он хочет поиграть. Глаза горят. Игра нас откатила назад. Вот это стрим, кстати, был, да? Это ничего прохождение страшного. Dark Pictures Man of Medan, часть 2. Дневник Чикана, в понедельник я сел на шиво, теперь у меня... Так, Фади, чужие дневники читаешь, это нечестно. Так, там, да. Базука с Бархатовым начали. Ну, пускай общается. Все хорошо, не писал ни раз комментарий, не говорил... Ни разу. И не говорил, что ты играть не умеешь. И все. Базука, здорово, да. Антон, здравствуй. Тебе это позволено, поэтому сиди в бане и молчи. Кстати, я Илюшке давно хотел сказать, замени кассету на более красивую заставку. Ну, так вот он эту кассету... Точно. Вот теперь вот, смотри, как вас задела кассета. Прямо он возьмет эту кассету, как в 90-е, на карандаш и будет крутить. Не, на карандаше будешь так крутить ее, знаешь. Тебе надо реально карандаш. Слышь, тебе надо карандаш на стриме взять, нормальный такой карандаш. Да? Кассету прям, да. И вот так сидишь на стриме и крутишь такое, да. Как в 90-е. Да. А что такое, говорят, что-то на магнитофоне перемотка сломалась, и я сижу, типа... А ты видел видос, где, типа, ну, молодежи дают кассету, а они не знают, что и как ее открыть? Чего? Ну, молодежи, вот нынешние, вот молодежь 13 лет пацану, ему дают кассету вот в этом боксике, знаешь? Да. Вот, ему, он не может ее открыть. Да. Так, ладно, ребятки, я всех тут обнял, приподнял, отпустил, заплакал, но пора бы и мне нажать на кнопочку запускать. Вот, запуск, всех обожаю, но знаете, если зайдут, то только в свободное время. Во! Аналогично. Базука, вот по твоему мнению, Фадей сейчас прям вот так заувалированно сказал, что у него сейчас начинается стрим по игре, потому что, ну вот, да, у него сейчас начнется стрим, а вот, как ты думаешь, его надо вот за это банить, за то, что вот он написал про то, что он сейчас будет запускаться? Вот дядя Саша, вот сейчас надо, кстати, Valorant сейчас будет играть, в смысле. Извиняюсь, прошу прощения. Вот, Базок, вот скажи мне, вот сейчас вот Фадей вот так вот написал. Вот не знаю дядя Сашу, вот не знаю Фадея, вот оттолкнись вот от этого. Вот он пишет, что вот всех обнял там, но пора бы и мне нажать на кнопочку запуска. Всех да. Обожаю. Ну, знаете, если зайду, то только в свободное время. Вот. Меня, конечно, надо. Тебе надо сейчас зайти в это лайк поставить. Ха-ха-ха. И выйти. Зашел, лайк поставил, удачи. Нет. Лайк занес, братан. В том-то весь и прикол. Из-за этого невозможно быть везде и сразу. Если я сижу, занимаюсь монтажом, то у меня один монитор для меня, второй монитор на 10 каналов. Но это в последнее время пока редко, потому что... Ты себе большой широкий монитор хочешь купить, чтобы сразу... Не, я уже думал, как у этих стримеров такой третий повесить, знаешь, для чата перевернуть. Так вот. А, как вертикалка. Третий экран для да. Чата. Да, вертикалка. На него. Четвертый монитор для поддержки друзей. Да. Третью клавиатуру для написания комментариев. Да, да, да. Да. Четвертую клавиатуру для стоп. Написания в чате. Стоп. После третьего монитора открывается окно,
в комнате, и жена мне выкидывает за шкирятник прям туда, в окно, без мониторов. Если я куплю третий монитор, то я, скорее всего, тогда вылечу без парашюта. А этаж-то всего второй, лететь недалеко. Так да. Что, я думаю, монитора пока третьего не будет. Банить надо, но знаете, что когда я пишу, что нажму на кнопку запуска, я же могу быть не стримером, а ракетчиком. Вопросом на вопрос отвечает только вопрос. Тут на стриме, где всегда поддержка, рейды, общение, а не там, где сидят игры и обсуждают на другие каналы, другие игры. Базукин выше написал, банить надо, но знаете, что когда я пишу, что нажму на кнопочку запуска, я же могу быть не стримером, а ракетчиком. Да. О, Василий, привет. Вот. Василий пришел. Василий, допустим. Да. И никто ему бан не даст. Смотрите, вам хороший пример. Он частенько пишет, что у него будет сам стрим по той-то игре. Ну, да. Ничего страшного. Вдруг, смотрите, если он написал это, вдруг кто-то будет в чате, который что-то подобное ему нравится играть или смотреть, то, пожалуйста, заходите, да, welcome. Да, у них будет тема для обсуждения. Кстати, чат, типа, может быть, человек общения. Зашел ко мне случайно, а вот у Василия как раз тот контент, который ему нравится. Да, без проблем. Конечно. А мы говорю, будем только рады. Вдвоем. А я проходил эту игру, а вот я проходил эту игру, а я вот так проходил эту игру. Да. И пускай сидят, общаются. Да. Пускай сидят, общаются. Как бы так, как-то типа... вот так, как-то вот так. Да. Так что, такое дело. Если бы я бы на все комментарии свои, которые мне тут иногда писали, годик назад, скажем так, классный комментарий, это реально, то есть, мне один человек сказал, когда я начал заниматься Ютубом, я у него спросил, у него было на то время уже около 50 тысяч подписчиков, знакомый мой, я говорю, и что мне делать вообще? Он говорит, ты поменьше комментарии читай, говорит, ну, негативные, как бы. Потому что если у тебя, ну, близко все к сердцу принимаешь, будет тяжело. Как бы вот так. Да. Если у тебя есть своя короче, аудитория, то они вряд ли пойдут на стрим человека. Вот, Фадей, вот в том-то все и дело. Я и пытался это донести. Так оно и есть. Шурик Питерский, пишу комментарий. Привет. Я пошел запускаться, идите все ко мне. Вот, Фадей пошел запускаться, идите все к нему. Вам всем понятно? Берем и идем к Фадею на стрим. Шурик Питерский, пишу комментарий. Давай, Шурик. Пиши. Вот пиши, Василий поставил, пиши. Допустим, сегодня стрим туда-сюда. Ну и пусть пишет. Кор аудитория. Да они навряд ли пойдут на стрим. Человека, который в чат пишет, я пошел запускаться, идите все ко мне, да. Извините, за этим тоже отвлекался. Не, все нормально. А если пойдут, то бог им судья. Во! Смотри, все, мне, в принципе, мне надо просто сидеть, читать чат и все. То есть здесь мы сидим, общаемся. Блин, так тебя люди на трансляциях раздражают или игры? Меня? Или игры на трансляциях. Нет, вот базука, дело не в этом, Фади. Дело в том, что меня это раздражает. Я бешусь от этого. Нахрена мне люди, которые меня раздражают во время игры? Нахрена мне люди вообще во время игры, блин? Ну которые да. Раздражают. Твой стрим, твои правила. Да, он их написал, правы. Мы просто правила прочитали. Но я надеюсь, Антон, ты за меня на это не в обиде, что я твои правила прочитал на прямой трансляции. Просто вот... Мне просто стало интересно. Я начал стрим. Я сейчас вообще попадаю. В чате написались... самое. Написал... Кто написал? Ты написал или кто? Или Наталья? Что вот... Там правила у тебя. Я даже... Юра написал. Юра написал. Вы видели пост, который Базука написал? Мы начали его вот читать. Я его просто прочитал уже не один раз. И вот, типа. Че, я убежал в неизвестном направлении. Давай. В известном. Аккуратно. Да. В известном. Мы знаем, где тебя найти. Знаем. Нет. Но Фадей присутствовал пару раз. Я просто, если я нахожусь у тебя на стриме 10 минут, я даже не начинаю писать, потому что мне это. Потом затянется. Если что, Тоха, это мой косяк. Так в смысле косяк, блин? Мы сейчас тут базуку, блин, так. Пришли. Знаете, на самом деле, это не хейт никакой. Мы сейчас просто вот обсуждаем. Даже ваше мнение хотелось бы узнать. Нюта молодец. Теперь думаю, какие правила принимать мне. Да, знаете, все сразу задумались. Даже я сейчас вот сижу и типа, блин, а че, может мне тоже какие-нибудь правила придумать? Типа, знаешь, зашел ссылку, не прислал на свой канал, бан. Вот знаешь, типа, не прорекламировал свой канал у меня на стриме, бан. Вот. И с ножом, и с пистолетом, мне оно нахрена читать? Так не читай. Так да, просто, ну, скипну, и все, скипну. Типа, смотришь, а Даня там что-то пишет.
Чё да, не дзинч, может еще писать. Я прошел Акуну на Матате с ножом. О, Акуна Матата, мы с этого год назад еще с Илюхой угорали про Акуну Матату. Мы с этого, ты че, Базовый Антох, мы с этого вообще уже давно эту фишку ржем по поводу Дани Визинч. Ну. Дани Визинч, запускаешь резидент, Дани Визинч, тут как тут все. Я прошел, я вот так, я вот все. Я ржу над этим, мне лично это в прикол. Почему ну, только ты, не только ты, ну... Я на... Все. О, Серег Гидроборович пришел. Здорово, Гидроборович. Слышь, там, у нас у сталкера примера, уйдет. Представляешь, это застанет. Да. Ну, я, ну, совесть у него есть, вообще нет у этого человека. Можно вопрос, а я вас раздражаю? Ты че? Нас вообще никто не раздражает. Меня что-то тут раздражало, я не знаю, что. Нет, ну, Ярик, типа... нет, ты что? Что вы такое Серег... говорите? Смотри, у нас идет премьера у сталкера. Прям сейчас? Сейчас, прикинь, ну я ее включу прямо на трансляции, ты же не против? Я? А ты у сталкера реально премьера есть. А я у себя включу. А у меня уже лайк стоит. А я поставил еще. А, четвертый вижу, да, только поставил. Я все-таки замер, когда услышал ее. Что если демон означает таинственную силу? Да не нормально все, успокоительная нам. Река. Сталкер, ё-моё, блин. У него Татекин идет премьера. Смотри. Мне несколько раз просто... Все сейчас в них играют. Ему. Все, говорит, все наверное, тоже на бесит, час. Когда я угораю вот и троллю ремейки, ремастеры, и тех, кто в них играет. Короче, Серега, я здесь, конечно, тоже, я с этого тоже буду только троллиться. Кто играет в ремейк Resident 4, этот, или как он там называется, вы, ну, не обижайтесь, конечно, просто вас сейчас так много, и я не буду сидеть на 10 каналах, правильно? Вот зашел Resident 4. Тимыч, здорово, Тимыч! Тимыч, вот. А вот здесь, ремейков. Смотрите. Все хорошо, я больше к этому не хочу возвращаться. Еще раз говорю, не нравится. Ты кто еще такой? Дверь открытая и вообще... Тот, чьим кулакам вот. Нет равных. Ладно. Смотри, как озвучивает это наш. А что это Текин, он как будто не дописал. Текин же с двумя буквами К пишется, да? Слова не нужны! Нет, нужно да. действовать! Так, это было все-таки предрешено. У него своя фишка, у него свои приколы. Азо. Это ж сталкер. Я типа смотрю, и... вроде Текин, сколько я жизни... Чиханус, понимаешь? Круто, я люблю, когда японская. Японская культура! Я тоже люблю японскую культуру. Текин, это круто. Даня, мы только тебя вспоминали, ты здесь. Ты прям чувствовал, когда у тебя уши горят. Тебя вспоминаем, как ты Акуну Матату проходил. Вот Текин, смотри, вот эта вот штука, смотри, а. А, ляпота. А ты звук включи. Сынок, очнись, ты воняешь. Он же там еще комментирует. Ну ты что, не слышишь, что ли? Я включил звук. Я надеюсь, слышно? Я просто выключил, я не могу. Подожди. Ну? Да, слышно. У него там это, шепеляет, как Шура Карет иногда. Плюс 18 на месте, всем приветики. Мама близнецов, здравствуйте. Мама близнецов, здравствуйте. Ребяточки, всем кстати, привет. Мама близнецов, я же вчера предложил мадинатор. Я надеюсь, мадинатор будет. Мадинатор будет проще запомнить. Ты, сука! Мама близнецов, ну как? Длинное название канала, да? Ну какими, да, все по-честному, выкладывайте как есть. Бывает такое, что ты заходишь на трансляцию, я проходил Акуну Матату с ножом. Ты о чем? А ты зачем дробовик взял? Да это проходит очень легко. Да куда ты бежишь, возьми зелтрафа. Да не туда надо, сюда надо. А вот и некоторые стримеры думают, что это портит впечатление от игры. Так как ты рассказываешь о том, как ты ее прошел, вот, причем ты еще... как бы на этом фоне, получается, ты паразитируешь на какой-то трансляции. И это немножечко людей забивает. Я провела ночной стрим, назвала «Мединатор вещает». Да ладно, дай-ка я зайду к этот канал. Я прям хочу увидеть, я надеюсь, не закрыто. Вот, Дань, вот такие вот, в общем, вот так вот. Мединатор вещает. Да, вот, просто сейчас здесь стоит мама близнецов. Я посмотрю. Я впечатлен от такого увиденного, как твое имя, сынок. Я был на нее не подписан. Меня зовут. Как? А, нет, кстати, смотри. Я хотел сказать кое-что. Я сейчас заглушил этого... Да Захар, заглуши. Этого, как его называется? Сталкера, звук убрал просто. Пускай картинка идет на фоне. Смотри. Где наша вебка? Пам! А тут мадинатор вещает и всех в пары объединяет. Мадинатор вещает. Смотри, я, короче, было у меня такое дело, я рассказывал, когда у тебя на стримчике я был, это было, блин, недельки полторы назад, две, когда я еще болел.
Мадина была там, потом вот этот вот, где кочки, знаешь, вот прикольный канал. И получается, я смотрел у тебя это на канале, на стриме, и да, я патруль этот, и подписался с телефона. Я захожу, мне телефон пишет, YouTube-приложение пишет мне. У них там стрим, я такой, а, окей. Я включаю компьютер, хотел монтировать, короче, видос. Врубаю компьютер, и в компьютере у меня ничего нету. То есть я подписался на них в телефоне, захожу в компьютер, нахожу этот канал, там стоит не подписано. Прикинь. Мистер Ёжик, привет. Лайк поставил. Мистер удачного Ёжик, стрима. Вот, Ёжик вам опять зашел. Лайк поставил. Комментарий пишешь? Комментарий пиши. Всем еще раз приветики. А у меня Аня не спросила. Ну и ладно. Вам близнеца привет. Как жизнь молодая? Как жизнь молодая? Даня, как жизнь молодая? Так. Но она тоже прикольно, вот турецкие вот эти вот штуки-трюки, да, свои показывает. О, вот, конечно, да. Так в этом ну, есть. Ладно. Она вот, ну, я тебе с Германии покажу, ты там с Турции посмотришь. Тебе, смотри, тебе даже в самолет залазить не надо, ты можешь так все видеть. Подмосковье. Подожди, а где этот мама? Сейчас я найду этот канал. Ё-моё! У меня давно тут не был. Не, ну, у меня столько подписок. Тоша, ска, привет. Вот, мама близнецов. Стрим. А тут Мадинатор вещает и всех пар. Да, круто. Полтора часа стримчик. Да. Отлично. Полтора часа стримчик. Отлично. Да. Не, вот мама близнецов, название канала прям. Ну, блин, ну я прям вижу. Мадинатор. Прям большими буквами, прям написано как Мадинатор. Мадинатор. Сто пудов. И это будет вот такой вот прям. Ну, я не знаю, есть, конечно... Ну, я, кстати, в чатике тут вижу знакомые ники, там, канал Ярик, к примеру, Патруль Лайф, Александр... Лайк Найдёнов, поставил, Лена, КФБ. Патруль, Патруль, да? Да, я, то есть, я тут, ну, ребяточка знаю... Юрец там, привет, привет, полуночники, Юра там даже был. Да, даже Юра даже был. Юра у тебя, да, Стамбул, вот, Мадинатор. Смоки даже был, вот, вот такой вот, смотри, вот он, Мадинатор, вот прям Мадинатор, прям меняй, заходи в творческую студию, Мадинатор, и это будет круто. Это проще будет найти в поисковике. Теперь смотри, давай сделаем как, заходим на YouTube, пишем, короче, Мадинатор. Есть такой канал? Канал такой есть, нет? Есть Модератор ТВ, а Мадинатор нет. И выходит мама близнецов все-таки, да, в строчках. Название ставь. Близнецов. Да, поставишь Мадинатор, будешь на первой строчке сразу в поисковике. Это будет круто. Это будет четко. Правило сижу. Правило сижу. Лизунчик, а близунчик, привет. Да, да. Все, супер. Собиралась на рыбалку. Сейчас вот идеи хорошие подали. Правило сижу, думаю, придумываю. Нюта, у тебя правила постоянно... У тебя же... Ты копируешь вот этот, ставишь, где смайлики, все. Даже тебе сталкер сейчас там... Найтбот забанил у сталкера на стриме. Лайки поставьте, кто не поставил, штрафую. Вот твои правила. Все просто. Кто не поставил, штраф! 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 И по щам. И по щам. Да. И по щам. Слушай, это... Да. Я думаю, мы обсудили правила там, комментарии, правила поведения. Так, да. Что за ссылка? Там у тебя коробочка была. Я видел. Я видел коробку. Где? Ну, там у тебя лежит. Да, коробка. Где, где, где? Ну, вот там. Какая? А ты еще в это, во влоге, в влоге говорил про коробку. А, ты про эту? Ну, вот эту вчера я, в принципе, уже открывал, да? Ты хочешь посмотреть вот. Распаковку, что ли? А чё там? Чё там? А чё там? Чат, вам интересно, чё у драйвера? Интересно, что у драйвера в коробке, нет? Смотри, как пёс её рукой зажал. Давай, открывай уже. Чё там у него? Давай, открывай уже. Давай, открывай. Сейчас попробуем. Не, ну в этой коробке вчера у меня был фильтр. А в этой коробке кролик. Энде фильтр был. Из-за уши вытащил. Из-за уши вытащил. Сталкера сейчас за уши оттуда вытащу, вот ты угорнешь. Сталкера за уши оттуда выучил. Я лог смотрел, думаю, сейчас поспорю, а самое главное не показал. Да, наглый Тошек даже не познал. Не, самое главное, просто у меня, короче, этот... Дверь сбили. У меня получилось так, то, что времени вчера было очень в обрез. Мы пока с магазина вернулись. Мне нужно было быстренько в машину и вперед. Я все, что до этого клипа записал утром, я прям в телефоне поставил их монтироваться. Я в дороге ехал, заливал в дороге. Включил заливаться, поставил на YouTube ролик и был еще на стриме у ЧКНК. Вот так вот. Я еду на автомобиле, заливаю уже
в пути еду на работу, заливаю видос на YouTube, представляете, вот так вот. Дожили, да? Короче. Ну, что? Ну что? Вот так вот, вот такая вот ютуберская, да? В этой коробке бабки. Надежда Бабкина? Нет. Надюша. Надюша, выходи. Она у меня в шкафу. Она в шкафу сидит такая. Она. Ой, лю-лю-лю-лю. Рот закрой. Рот закрой. Слава богу, кому-то угодил. Антоша, всем-то угодил. Согрел душу, угодил, не то слово. Ё-моё. Короче, здорово, Даня. Здорово. Не здоровается даже не... Не здорово. Нет, смотри, все просто. У нас кто-то зашел, поскольку в чате там не два человека сидит, а 5-10. И заходит просто, всем здравствуйте, и не пишет кому-то именно напрямую, да? А просто всем здравствуйте, так, обобщенно. Донат, а в этих коробках... Там золото донат, и доллары. Донат. Ярик, ты куда намылился? Ты куда собрался? Ссылочка на донаты, донаты. Да, донаты. Донаты. Скиньте донаты, я вам открою и покажу, что там донаты. Скиньте донаты, и я вам покажу, что там донаты. Да. Нормально. Но нормальный ход, да. Нет, конечно, там не донаты. Ссылочки, кстати, в описании, ребяточки. Есть на многие каналы. Там Чеканок, Серега, Алекс Хирс, Колдун, этот... Кейч, Мага, Джазгл Гейм, Мильбус, Зомби Апокалипс, Степыч, Прожмуриков, Базука, The Large Game, Angry Wolf, Ничто не истина, Фадей Геймплей, Крейз, The Hot Games, Ривайн, Ой-ой-ой-ой-ой! Старший брат, Калимплей, Сталкер Гейм Центр, The Dark Knight Games, Медведь Спиум, Русфир, Пули Геймс, Бархатов Плей, Натали Санни Герл, Игрокорд, Гидробур, Тим Кэнди Геймс, Тиа Геймс. Ребяточки, а давайте теперь посмотрим, что у вас в описании. Сейчас посмотрим, подожди. А? Кто у нас? Я уже пару раз делал такой стрим, когда это все в обработке пройдет, и я после первых там 10 строчек я поставлю. Господи, что за название? Чего название? Ну, каналов. Господи, что за название каналов? Вот Мадинатор. Мадинатор. Мы будем говорить Мадинатор. Меняй, мама близнецов, пиши. Мадинатор. Все. Уже поход сейчас тоже пойдет. Так, ладно, вернемся к коробке, простите, я просто... Серьезно? В описании стоят очень много ссылок на друзей, на каналы, так что, я не знаю, не у всех такое есть, а то пишут там в описании, тогда Чекан заходил кому-то, я помню, о, компьютер у меня, iCore 5, да мне он нужен, твой компьютер. У меня компьютер. Мышка Logitech, да хоть Razer, у тебя мышка. А у меня мышка микрофон. Конечно. А у меня мышка наручка. А у меня мышка в сарае живет, да? Нет, еще знаешь, что мне нравится, когда про стул пишут. А у меня стул фирмы. А у меня стул. Сидит Вася. И сидит в этом. Все, ты меня достал, смотри. А у меня... Чего? А у меня табурет. У меня табурет из Икеи. Это табурет как... У меня настоящий табурет икеевский за 30 евро, короче. Я правда не помню, что у меня написано. Тебе напомнить, что ли? Нюта, я тебе сейчас напомню. Сейчас мы тебе напомним, короче. Сейчас стрим Half-Life 2 эпизод. Во, наконец-таки Василий вернулся. Вот реклама, Василий, молодец. Вот реклама, да. И у меня можете рекламировать, короче. Хэштег 1. Сейчас мы наколдуем, будешь. Нет, в этой коробке я вчера уже намекал. Здесь ништяки для GoProхи, то есть для улучшения контента. Геймерский табурет. Ёжик не то слово. Главное, он под моей жопой не скрипит. Это самое главное. Потому что у меня жена так отъел, говорит, под тобой стулья скрипят. Я взял табуретку за 30 евро, и она не скрипит подо мной. Когда у меня будет 1000, я сделаю мегапиар. Базука, с онлайном 2 человека, с 1000 подписчиков, мегапиар. Ля-ля, тап. Смотри, я, короче, должен был открывать пакет. Так, по-другому, да, здесь такая лента, а я... да что я такое бывает? Блин, я подогнал тебе, у меня самого такого даже нет. Ладно, пользуйся. Лошара. Я согласен. Я согласен. Купите, че, купите не можешь. Ты меня просто на 4 года... Ты мне на 4 года моложе, тебе можно баловаться. Я тоже старенький. Зачем мне такие финтиклюшки? Я же древний. Я старый пес. Я сам дед. Тебя будет, у тебя возраст Христа. Короче, смотри, я открою коробку. Запакована. Че у тебя? Ну, 33 же тебе еще?
Да у меня вот что-то простуда какая-то. Сиди спокойно, на простуду. Параклизма. Взял, короче, перец, понюхал, перец чихнул, все через сопли вышло. Там два человека будет, ты и я, а я... Уже три. Уже три, три. А я, ёжик, да, топчик, тёжик, ёжик, топчик, ёжик, драйвер, будет. Топчик, все топчик, но не я, почему не ты? Он прием, стрим ёжик пускай запускает. Так, я вот этот чек уберу, нафиг, нельзя палиться. Показывай. Короче, показывать или нет? Смотрите. Вот коробка большая, смотри, а в коробке лежит что? Подожди, сейчас я вот так на камеру переверну. А в коробке... Ты в сообществе. Ты в сообществе, мама близнецов Стамбул, бац, тебе и репост. Опа-на, мама, ну респект, спасибо большое. А то все время я в сообществе всех ставлю, наконец-то, ура, ура. Спасибо. Ура! Спасибо вам большое. Смотри. Что ты там показал? Подожди, какие-то бумажки там вот. Короче, эти... здесь наконец-таки сбылась мечта идиота. У меня будет теперь аккумулятор дополнительный на GoPro, поскольку оригинальный аккумулятор один, он быстренько сдыхает. Я же хочу вам записывать мотоконтент не только 10 минут, а час-полтора, чтобы если поедем куда-нибудь в Альпы, там же красота. В Альпы. Здесь, короче, чарджер, вот эта штучка, вот он, чарджер, это такая станция, и вот два аккумулятора дополнительных, и где этот чарджер, получается, сразу в эту станцию я вставляю два аккумулятора, и их сразу же одновременно два аккумулятора заряжаю, во, кайф. Эта штука стоила до хрена, запаковываем назад, на выходных будем проверять, кстати. Да. Потом... Полина Крым, здравствуйте, приветствую вас на канале, подписывайтесь, конечно же, ставьте лайкосик, мы тут видимся с Олегом Драйвером, за который... Передышка, я в основном приветики, дорогая, залетел. Спасибо большое, вот уже репост от мам, репост от Мадинатора заработал, огромнейшее вам за это спасибо. Драйвер Топчик, спасибо большое. И поскольку теперь у меня вот эти вот GoPro, ну... На каску GoPro. Все GoPro. Крепление вот дополнительное, чтобы я вот мог на шлем. Не в Counter-Strike там играть. Здесь поставить вот это вот все. Так что еще если на следующей неделе мы до магазина доберемся, будем покупать вместе шлем новый. Ладно, прямая трансляция. Прямая трансляция будет? В магазине не будет, потому что это пока не очень удобно, с интернетом связано. Что ты взял, наделся шлем на голову? Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, да? Спасибо огромное, 3D Крим. Нет, вот это пойдет, скорее всего, на новый шлем, я так думаю. Будет очень круто. Будет очень круто, будем записывать. Будет ляпота. Так что, вот таких пару плюшек. Пока пойду, так, пока, ежик, пока. Спасибо большое, я снова тут, всем приветики. Так, ну вот эти, я показал, вот эти вот несколько... Ну вот что, ты пока вон там читал. Короче, аккумуляторы видел? Видел. Да. И вот эта вот штучка, вот. Здесь крепление на шлем, сбоку, сверху и так далее. Оригинальные поршни. И эти, короче, штучки помогут мне, чтобы моя камера за 700 евро не улетела на скорости 250. Если я буду вдруг 250 ехать, захочу разогнаться, и чтобы это все не улетело, это будет очень больно, печально, обидно, досадно, но ладно. Всегда пожалуйста, крутая тема нужна на шлем. Да, это шлем, все. На шлем, шутку про шлем понял, базук, ха-ха. Да, шлем. Киньте ссылочку на фередешку, кто с ключиками. На фередешку, да я сейчас сам зайду, подпишусь сначала, даже перейду. Ну ты и потом ссылку поставишь здесь, в этом. Нет. Че? Да без проблем. 57-й. Да проблем вообще. Подожди, какие проблемы? Показал? Ты мне коробки опять показал, бумаги показал. Вещь покажи. Я не буду сейчас ее открывать. Зачем? Не будешь ее открывать? Тебе прям открыть надо? Тебе прям... обмана выходит? Я же тебе показал, вот. Чего ты мне показал? Коробку показал? Ну да, хватит. Подожди. Ну да, хватит. Я обещал распаковать, я распаковал. Я же распаковал что-то. Я распаковал. Все. Мне надо какой-то ножик. Сейчас, подожди, я за ножиком сгоняю. Ну, сгоняй сейчас. Я вам текен оставлю здесь. Текена? Ты меня здесь оставь. Ладно, хватит писать, я посмотрю молча. Ага, тут смотреть надо, а не писать. Так, ладно, тут чат летит. Так, фередеюшка. Я пока фередеюшку хочу открыть. Отлично. Еп. Помогите.
помогите мне эти птички. Шоколадки. Так, заходим на канал. Я уже третий канал, она их закрывает и ставит. А да ладно, а чуть она правда? А чуть она? Так, если что, это играет... Текин 7 у нас, это Сталкер Гейм Центр. Так, 67-й есть. Малыш Цезарь, второй день, полное видео скоро. Блин, на канале. Вчера перебил сильно. С днем рождения Ирины, 20 часов назад. Да, Ириночка тоже присоединяюсь с поздравлениями. Скутер, how much is a fish? Как вот какая твоя, блядь, истинная Хоган, сила, дьявол. Я море. Позову Константина, и он второй изгонит твою дома, дьявольскую силу. Не надо никогда просить меня. С днем рождения Сергей Ромаш. Сережа, с днем рождения поздравляю. Я тоже присоединяюсь к этим поздравлениям. Самый любимый котик Шустрик. Шустрик вообще самый любимый, классный. Так, что у нас тут еще есть на этом волшебном? Я хочу почитать о канале. Доброе время суток, делюсь тем, что мне интересно. Надеюсь, что и вам будет интересно. Вот это правильно, вот это на самом деле правильно. Канал Николая, канал Марины. А, молодец, молодец. Значит, это Акума действительно знал. Кадзуми. Че? Кого? Сэр, мы застряли какую-то хуйню, блядь, со спутника. Там какая-то херня, радиация. Фреде Крым, привет, я тоже с Крыма и тоже блоги пишу на канале. 700 евро, торговат коробочка ну пошла. Ну ладно, надо да, что-то блин, придумать. Бот. О, бот, я не бот. Середешки любит собрать так, подписчиков, еще пару потом любит открывать канал. И бой! Ребят, собирайте, собирайте, сейчас я вам прикол покажу. Все собрались, хлоп, и схлопнулось. Ну да. Потом вырежешь, будешь это нарезку как пахнет. Я просто микрофон еще не включил. Так, ну что? Ложки, матрешки, что с твоей головой, брат? Распаковку делаем, да? Ты че? Ну где... Ё-моё! Ну, я так... помолчу. Короче, вот он, Карабас. Ты меня сейчас еще... Карабас. Все очень просто. Открываем. Смотри, короче, здесь что у нас? Вот это GoPro-шная. Гайка вот эта, как там, закреп. Раскрываем. А внутри... О-о-о. Подожди. О. Внутри два крепления, одно такое, одно вот такое. Ой, что-то упало. А, вот это, да. Красота. И вот эти вот наклейки с красными, с 3М, чтобы с шлема не улетело это все весь пентиклюшки. Вот эта вот штучка мне надо было. Короче, наборчик, я не помню, сколько он, евро 20 стоил, но это 30. Нормально. Так, это смотри, запаковывается все как прикольно, да? Оп. Вот так вот тебе надо что-нибудь так вот так раскрываешь. Угу. Не, упаковочка, все упаковано грамотно. Вообще, все грамотно, все вообще, удобно. Смотри, раз, ничего не болтается. Да, ничего не болтается, смотри. Да, да панк ты... просто, Олежка, классный да, шлем, панк, спасибо большое. Во-во-во-во, типа того, да. Короче... Все на месте, все шикарно. То есть здесь даже стоят примеры, как ее можно потом присобачить, это все прилепить. Я думаю, поскольку вот эти вот новые дорогие штучки, уже взять, скорее всего, новый головной убор и потом уже на новый головной убор прикрепить. Чату камеру. Нравится твой шлем или что там воняет? Что такое? Я говорю, ну чату нравится шлем, говорит, шлем бомбовский, Daft Punk просто, а зачем ты его менять собрался, воняет? Нет, шлем этот, он очень старенький, он неудобный для дальняков, и если на дальняк, допустим, ехать, этот шлем я в основном его сейчас пользуюсь с ним по городу, катаюсь быстренько, меня одел и прокатился в солнечную погоду, видите, потому что здесь у меня стоит визор спортивный. Он затонирован наглухо. По идее, с вот этим стеклом мне можно пользоваться только на гоночном треке. То есть мне, по идее, ему нельзя на дороге общего пользования. Я, по идее, не имею права с ним ездить, но я иногда одеваю его. Адреналином, базука, адреналином. Только адреналином. Чем еще может? Это в костюме может пахнуть чем-то другим. А в костюме адреналин. Адреналин, пот, когда адреналин выделяет, вот этот пот. Похож на Спайдермен. Спайдермен. Кто Спайдермен? Я Спайдермен, серьезно, что ли? Да, он спасатель этих. Да. Шлем не достанет. Блин, вот здесь такой клей мощный. Слышь, здесь такой клей просто мощный, мощнецкий клей. Это охренеть можно. GoPro. Охренеть. А слаб? Нет, вот этот клей-момент, скорее всего. Вот что значит за этим. Ах, вон, заклеили прям.
Тестодайон. Так, вот здесь у нас вот, как и обещал, да, вот это вот специально, это зарядка. Именно, ну, я думал, наверное, месяца полтора-два, купить ее, не купить. Но поскольку я теперь буду этим заниматься, ну, записывать и на мото теме, да, то мне без зарядки этой никуда. Вот здесь два аккумулятора. Блин, кабель куда упал? Оригинальный Type-C USB кабель. Вот такая вот такой бокс. А на сколько ампер? Чарджер такой и два аккумулятора. Аккумулятор? Да. Сейчас скажу. Я даже не помню уже оригинальный сколько там. Что у меня GoPro, я аккумулятор еще не вытаскивал два раза, наверное, всего лишь. Так, что у нас тут стоит? Статья 12.5.1. Да-да-да, кстати. Это новые аккумуляторы, вот эти вот называются, они уродовские. Походу, говорит, опять ушла канал удалить. Нет. Блин. Тут вот так мелко написано. Сейчас я визор открою. Мелко очень написано. Я же уже не молодой. Ну, понятно, дело ты. У меня у самого, я в последнее время посижу за компом, тоже эти, как яблоки глазные начинают. Но я это самое даже не вижу. Короче, где-то есть информация про это, ну ладно. Это мне сейчас она даже не так уж и важна. Главное, что я вообще детали получил, запчасти вот эти вот. То есть смотри, прикол в чем. Я вот в следующий раз, когда вот, допустим, будет в пути, да, и вот так вот берешь вот этот вот аккумулятор, да? Да. Вот так вот вставил. Да. И вот этот вот так вставляем. Два аккумулятора сразу заряжаются. То есть и быстрее у тебя будет опять... Аккумулятор заряжен, сразу два одновременно заряжаются, и можно дальше контент. У меня получается, смотри, кабель есть. Три получается. У тебя получается два дополнительных, а один уже. Да! Да! Ура! И теперь я могу. Без остановки пиши, лишь бы. Да, вот смотри, один аккумулятор. Я могу на один аккумулятор записать контент. Что-то в районе часа. Получается, если у меня три аккумулятора, я могу за выходные, ну, за один выезд, там, часа три контента записывать, да? Тут пишет, типа, в смысле не молодой, мадинатор пишет, тебе сколько драйвера годиков-то? Я, здорово. Мадина, я вас всего на пару лет младше. Это, что-то хотят, да, они просто, это, он в Германии живет. Драйвера 25, да. Вот, я, Геймс, привет. Вот он, кстати. Человек, который собирается, я здесь тоже. Понимаю. Тимур пришел, итальянец, смотри, у нас Турция. Итальянец, который говорит, я, говорит, надоело мне играть, я сейчас сажусь на велосипед и буду вам влоги, веловлоги вам так снимать. Правильно, уже давно пора, да, говорю, садись на велосипед, едь и записывай контент, потому что ура. Не у каждого есть возможность так далеко уехать, как ты, а ты на велосипеде вообще прям, ну. А ты просто покажи, да, я с удовольствием буду. Да, Илюха вообще на велосипеде ездить не умеет, а ты как раз покажешь, как педали крутить. Я один раз катался, я в машину влупился и сказал, не, ребят, велосипед не моя. Да. Хорошо был велосипед не мой, хозяин машины выскочил, говорит, чей велосипед, мальчик, говорит, это мой. Ты чё, типа, и я такой, я здесь не придела, хочу, я за мой. Вот, да, бывает такое. Мадина, да молодой, Олежка, он только притворяется не молодым. Ну да, есть что-то в этом есть. Так, это, Олегович, мне тут надо маме помочь кран открыть. Ну, вот эту мужскую силу, в общем, силушку свою богатырскую. Да, да. Я прям на секундочку отойду, чат всех, да, хотел, всех люблю. Без меня не закончится. Федюшка, красотка. Да, давайте. Что у вас там? Полуитальянец. Покажу обязательно. Да, бери и записывай контент, потому что это будет очень круто, это будет интересно. Это будет интересно не только тем, кто находится за пределами Европы. Даже мне это будет интересно. И... Обязательно запиши, посмотрим, заценим. Будет круто, 100%. Потому что вот такие вот туристические видосы, вот эти вот влоги и так далее, они всегда интересные, они всегда полезны. Ну, это надо, но это делаем обязательно. Буду очень рад посмотреть, написать комментарии и так далее и тому подобное. Ну, вот такая вот распаковочка. Я сейчас пока вот распаковывал, запаковывал и нечаянно нажал... Нажал на кнопку здесь на клавиатуре, и что-то у меня что-то экран потух, напугался чуть-чуть, но слава богу. Так, ну все, в принципе, на этом, так, вот, я думаю, что там было не так, вот, кабель этот. И я не любитель мотоцикла, ха-ха-ха. Так, Кредич, кроссовка, чатику привет,
Чатик, всем привет. На тот же я молодой притворяюсь, вот так спину ломит, давление и все дела. Но без давления как? Если у вас есть давление, значит вы живой организм. У каждого есть давление. У кого-то давление унитаза, у кого-то артериальное давление. Так-с. Ну вот такие вот дела. Вот такая вот у нас штука появилась, наконец-таки, чтобы было проще записывать и больше записывать контент. То есть мы будем скоро намного больше путешествовать и без этих аккумуляторов записывать много видеофайлов проблематично, скажем так. А теперь это, конечно же, все будет намного проще и легче. Сейчас я уберусь кое-что. Так, сталкера врублю вам пока на секундочку. Опять. Ну что тут у вас, дамы и господа? Сейчас, вот. Секундочку. Применил силу богатырскую. Вот. Поздравляю душу с нужным приобретением. Я, кстати, подключаюсь, я подмазался к мединатору. Ура! Пользуйся на радость. Да, пользуйся. Так, что он там сказал? Ему куда-то отойти тоже надо, что ли, куда? Да я здесь. А, все, ты снимал. И я быстренько так хоп. Ты быстренько это хоп кинул в себя, забрала. Рыцарь ты наш, рыцарь дорог. Короче, тут музыка заиграла сталкером. Я иду такая вся, думаю, сейчас мне еще бан дадут, надо это так притушить чуть-чуть. Так, ну вот такие вот приколюхи добавились у нас в сумке GoPro. Все, да. все же для контента, все для вас. Блин, вот две маленькие коробочки, вот так, хоп. Yes. И мадинатор тут. 80 евро на улетели. Ну мадинатор. Что ж, как говорится, зато ты знаешь, за что ты заплатил за качество, это... ты знаешь, что это все будет работать, что это будет работать долго. Это вещи не подведет охрененного тебя качества. В нужный момент, да, что это не подведет тебя в нужный момент, а ты знаешь, иногда купишь китайское, ну... Да, ты оно... купишь, оно в принципе все сделано в Китае. Оно, эти... да. Это здесь тоже... А нет, эти тоже вещи произведены в Китае, но это... Совсем другой уровень качества. Я знаю, я покупал много вещей с Китая тоже, которые прям, блин. Да наши все телефоны, которые мы пользуем, они сделаны в той стороне. Но дело в том, то, что всегда есть первый сорт, второй сорт, третий сорт. И в основном, что ты покупаешь где-нибудь на каких-нибудь вот этих вот интернет-страницах, где самые прям низкие цены, там третье, четвертое, пятое качество. А вот. О чем, собственно, стрим, тебя спрашивают? Я... Обо всем, да. Есть у тебя... Вообще обо всем. Пишите ему в чат. Пишите ему в чат, мы зайдем. Да, пишите ему. Даже дело не в этом. Дело в том, что у нас, наконец-таки, спустя очень много месяцев, у нас опять совместный стрим, то есть давно уж такого не было. Передай удачи, да. Совместно вообще подкаст, да. Мы с Олегом начинали вместе. Мадинатор переименует, конечно же, у нас скоро будет мадинатор будет в чате у нас. Самый настоящий. Самый настоящий мадинатор. Красивый и блестящий. Мадинатор, не пугайся, у нас очень много людей с синим ключом, но это все лишь вопрос времени. Если будет канал Мадинатор, кто знает, может, у вас будет ключ на 19, такой синенький. Как всегда говорю, мы не настолько богаты, чтобы покупать что-то дешевое. Да, смотри, всегда очень простая математика. Раньше такое было, поговорка такая, ну или такое, как у нас говорят, этот шприхворд, такое предложение. Допустим, скупой платит дважды, а то и трижды. Так оно и есть. Когда ты купишь дешевую хрень, она у тебя все равно очень быстро сломается, плохое качество, ты будешь ей недовольна, будет это все идти не туда, куда ты хотел бы. Ты потом купишь еще одну хрень, то есть ты уже два раза заплатил за хрень, и в конце концов ты понимаешь, что тебе надо качество надолго. Ты возьмешь дорогую вещь, а лучше бы ты сразу взял один из дорогую, и тогда бы ты деньги на две дешевые хрени бы сэкономил изначально уже. Все, то есть скупой платит дважды, это всегда еще работало. Из-за этого лучше не покупай полгода ничего, потом берешь один раз нормальную вещь, и ты кайфуешь на... долгие годы. Скупой платит дважды, а дурак трижды. Нет, а дурак трижды. Скупой платит дважды, а дурак платит всю жизнь. Да. Есть и такое. Вот так, по-моему. Есть и такое. Так что, ребят, не будьте скупыми. Не будьте дураками.
А вот всегда покупайте качественные, хорошие вещи. Вот живем, правда, один раз, и деньги тратить надо, на то они и на то их придумали, да, чтобы их менять на товары. А вот, Олегыч, есть что-нибудь еще добавить по поводу сегодняшнего стрима? Просто немножко у меня время сейчас жмет. Да, сейчас у тебя не только пойти, у тебя жмет, помочь. Мы еще, да, минут 10 еще и по-любому закроемся уже. У меня так с великом было, вот. Тимур, да я, значит, дурак. Так, да все норм, ключей у меня много, не знаю, куда их складывать. Ключей много. Так, мы все покупаем, продаем, чисто рыночные отношения. Да. Ну. Грубовато будет так резко, то мама, то мадинат. Нет. Мадинат. Будет. Ты шапку, мама мадинат. Шапку канала не меняй. Просто название поменяй, напиши «Мадинатор». И в следующих стримах так пишешь хэштег «Мадинатор», чтобы у тебя под хэштегом «Мадинатор», чтобы больше было контента на Ютубе. И потом уже будет в поисковике писать «Мадинатор», и будет все время твой этот контент вылетать. Это такое... Как я рассказал, «Мадинатор» горячая девочка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дайте посмотреть, а потом зашел такой... Не, без комментариев. Без комментариев. Купил за 280, фигня оказалась. Конечно. Все, ушла удача. Фериде, спасибо большое, что вы были. Очень приятно видеть новые вам. Лица, новые лица на стриме, на канале и так далее. Мадина, ключи оставь на запас, пригодятся еще. Купил за 450 Декатлон, я пользуюсь 4-й год. Все круто. Вот, Декатлон, нормальный магазин, где есть вещи дорогие, подешевле. Нормально. Я купил за 14 тысяч ноутбук китайский, он перестал работать через 2 дня. Ноутбук стоит от 60 тысяч до 200, но не 14. Есть, где нет, хэштег? Олег, есть. Чего есть? Есть за 14 тысяч. Есть за 14 тысяч ноутбуки, есть. Да ты смеешься, ты смеешься, что ли? Ну, подержанный, но не новый же. Не, можно новый за 14 тысяч в магазине купить, прям вот. У нас такого мусора не продают, я в шоке просто. Ну, в смысле мусор, ну просто знаешь... Ну, он написал, два дня как, поработал как, у два Антохи. Два дня поработал, и да, то есть, ну как бы ты его купил за 14 тысяч, YouTube ролик на нем посмотрел, комментарий написал, лайк прожал и выкинул. А, не, он, ты хотел лайк поставить, он такой, все, я выключаюсь, батарейка села. Да. У меня ультрабук. Жгучий мадинатор. Лежит теперь грузом, потом за 40 купил и все окей. Вот. Но за 40 тысяч, я понимаю, 40 тысяч, это даже перевести в евро, уже более-менее да. Ну, то есть я могу в магазине пойти, у нас все купить и за 30 тысяч новый, но он будет нормальный, которым я могу пользоваться лет 10. У меня он старый лежит, ноутбук этот, Toshiba. Так по нему можно кулаком стукнуть, он работает. А новое вот это возьми, новое возьмешь, так нечаянненько в монитор пальчиком со злости так тыкнул, и блин, все. Блин, я не знаю. И трещины по диагонали. Мне предлагают ноутбук 78-го или 80-го года. И то есть там, знаешь, там экран... Железо! Там экран, короче, как... у Тетрис видел экранчики вот эти? Ну да. Вот там такой же экран. Типа, ну не как у Тетрис маленький, а в смысле вот из вот этих вот... текстолит или что там налито внутри. Ну да. Вот это... Вот то есть вот такой же экран. И нажимаешь черное пятно, да, вот это, которое... И типа, знаешь, ну, как бы его там хотят продать какому-нибудь, может быть, коллекционеру, там, знаешь, такой технике, потому что... Ну, она чисто вот коллекционная вещь. Да. То есть их там, ну, то есть их сейчас уже, ну, нигде ты не найдешь, там, ты не хотел, вот, то есть, а такой лежит, есть, ну, это как, знаете, баян есть, вот, а играть никто не умеет. Играть не могу, но он есть. Да, баян есть, а играть никто не умеет. Ну, слушай, ну, музейный экспонат, такая штука, почему нет? Да, это музей, это именно музейный экспонат, то есть для коллекционера он его хапнет за, ну, за бабки, вот, ну, возьмет его за деньги, то есть хороший. Вот, и я такой, блин, мне бы его на пару, как бы, ну, на 15 секунд буквально просто записать с ним шортс, вот, то, что есть такая вещь, вот, и показать ребятам было бы клево. То есть, знаешь, ну, шортик записать бы. Угу. Нифига себе. Так, Нюта, я тебя останавливаю, не иди на работу, не надо, на работе ничего хорошего не получится, там работать придется. А вы тогда друг друга отпустите с работы. Нют, ты драйвер отпускай Нюту и все. Типа. Кстати, да, мне тоже на работу, напомню, через 15 минут мне тоже надо. Нюта, давай вместе на работу не пойдем. Да, давай. Не, ну если мы вместе на работу не пойдем, надо будет нам что-нибудь сделать вместе. А так не пойдет, ты очень далеко от меня, так не пойдет. А-а-а-а.
Не иди на работу, я разрешаю прогулять работу. Наталья разрешает прогулять на работу. Я у нее отпросился, как это раньше. Мама, можно я в школу не пойду? На улице мороз, минус 30. Можно? От работы кони дохнут. О, да. В каждой шутке есть доля правды. Да, да. Согласен, можно не ходить, а можно и ездить на работу, в принципе, прилетай. Не, Нют, я не могу прилететь. Жена, скорее всего, не поймет, скажет, ты куда это полетел? А я тебе сейчас крылья обломаю. Не на работу. Не на работу, да. Я на работу, знаешь, как в анекдотах раньше говорит, у меня командировка, да? В командировку на работу. Муж уехал в командировку. Муж уехал в командировку. Вот, мы с анекдота опять вернули в жизненную ситуацию. И все, да? Граф Серхио, ну как приготовил кушать? А то графиня голодна и не хочет отведать вкусняшку у графа. Вкусняшку у графа не хочет отведать? Ох, он какая, да? Графиня, блин, однако. Смотри-кся, а. Да, те... Блин, сегодня ну, нормально посидели, смотри, пообщались, очень приятно. У меня тут еще параллельно, кстати, вот работает, я не выключал, стрим работает. Я его, как он называется? Текен. Текен работает, у меня мама близнецов работает. О, кинь ссылку, пожалуйста, в чат, Фериде, еще раз. Я зайду сразу сам автоматом, подпишусь, а потом уже посмотрю. Потому что я сейчас тоже на работу побегу. Держи. Да, бросай. Я сейчас быстренько тоже что-нибудь накину, короче, на желудок, потом мне надо будет матушке помочь, а потом уже, как говорится, вот, а потом уже, говорится, 68. Возможно, сейчас что-нибудь запущу с лавки, вот, и выйду в огород, Выйду в огород, дров да. Наколоть, да? Дров наколоть. Вышел такой этим самым, давай. Как он вышел, как давай, это Кия, такой, карате использует. Так, а что у нас тут? Скутер у нее, стихигея, Каган, море качает. О, море. Море-то нормально, море. 16 лайк за море, в исполнении... А, ну это песни, тут я думал, на море будет показывать. 69 подписчиков, мы сразу бам-бам-бам. Тут получается много такого музыкального контента. Я обязательно потом попозже это все заценю, посмотрю, надо колокольчик подражать, чтобы мне YouTube написал. 10 видосов работает, Олег, ты первый тут. О, ну, спасибо большое. Так что у меня никто без пары не останется. Спасибо большое. Мадинатор, огромнейшее спасибо. Ну, вот, Мадинатор сделал репост. Обычно Илюха делает репост, я делаю репост. Сегодня Мадинатор сделал репост. Огромнейшее вам это за это спасибо. Видишь, Олегович, сколько мы ждали, чтобы нам кто-нибудь репост сделал. Два года прошло. Два года прошло. Слышь, обычно... Человек приходит, с которым вы просто первый раз видите, говорит, да я вам репост сделал. Есть такое... Не, обычно, как, знаешь, говорят, не прошло и полгода, а здесь надо говорить, не прошло и два года. Слышь, у человека сидишь на трансляции, пишешь комментарии, ставишь лайки, репост, я свое сообщество буду твоим вот этим дерьмом засорять? Нет, мой друг. Да, вот. Будем знать. Tia Games, Tia Games, вот, кстати, тебе... Репост одному, репост второму, еще за ней кто-то пришел, тоже репост сделал. Кстати, Фериде Крым тоже сзади в сообщество, мы тоже там, то есть, стримочки есть, так что... Чисто чувствуешь себя популярным? Чувствуешь? Да, ну брось там, прыгай. Мы так, мы нормальные. Расим пришел. Расим, здравствуйте. Добрый день, да, здравствуйте. Это очень вот, приятно. Это вот от репостов. Я стопудов, я понимаю, я вижу название новое, я понимаю, все откуда это ветер дует, с Турции. Да. Tia Games, Tia Games это будет, скорее всего, мой следующий специальный гость. Я надеюсь, еще все в силе, так что скоро, скоро. Tia Games, специальный гость. Скоро на канале, скоро на канале. Салам, Валерий. Салам, да. Салам, да, как салам, я, у меня же турецких коллег тоже много на работе, мама близнецов, мы, я прихожу, говорю, Геннадий, да, там, доброе утро, все, поехали, ну, там, пару слов, да, там, ну, там, доброе утро, там, да, Расим, как жизнь молодая, все молодые мы здесь, у нас все отлично, Расим, здравствуйте. Мне 30 лет, но я дед. О, у Расима тоже есть канал, 944 подписчика тебе. Да ладно, ну, круто. Сюда холодное сердце. Ссылку прямо вот здесь ему прям. Ах, какая женщина. Нифига себе. 30 января 2022 года. Ладно, раз такая пьянка, вот вам ссылка в чате. На Расимчик, да? Даже, а что, трансляция ведет? И трансляция у нее, и сборник шансоны месяц назад. Приветики, привет. Всем привет, мои дорогие, любимые друзья и зрители. Желаю всем здоровья, счастья, любви. Любите и будьте любимы. Живу я в красивом городе Дербенте.
Зовут меня Расим, желаю вам мира и добра, спасибо всем за душевное тепло. Друзья, всем, у кого есть желание и возможность поддержать меня в продвижении моего YouTube-канала, отлично. Подпишитесь на мой канал, пишите добрые комментарии, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Отлично. Страна Нигерия. Вот и все. Нормально. Как-то... Короче, все, Нюта приглашает сюда, нас вот. На пиццу. Приезжайте на пиццу. Тебе чекан, наверное, на, самое близко будет до Нюты пиццу. До пиццу. Или на, Натали. А, Натали. У кого пицца? Подожди. У Нюта, кого? Нюта, Angry Boy. Пишет. Приезжайте на пиццу. Не надо, сейчас пройду, пожалуйста. Черт, я слишком голоден. У Илюхи стенка. Я... Смотрите, вот стенка желудка, вот вторая стенка желудка. Пока мы сидели на стриме, они встретились, а здесь началась... Нет! За еду. И такое, и сверху на эти вот две стенки сверху капает желудочный сок. Когда жрать будем? Приезжайте на пиццу. Блин, да вы что такие все вкусные? Приезжайте на пиццу, мама. Я не знаю уже, кому ехать, на пиццу или на пиццу. На пиццу, да. А мы сперва пиццу, потом напьемся, да? А, да, мы сначала, мы, короче, берем пиццу и Angry Wolf с собой под мышку. Конечно, как Нюта, а Нюта еще возьмет с собой... И на работу не пойдем. Нюта еще с собой возьмет удочку, на рыбалку поедем еще, а там еще вообще будет нормально. А Нюта, да, скажет, нам туда. Нам на. Здесь рыбы нет. Почему? Здесь рыбы нет, говорит. Потому что здесь директор стадиона нам погоняет нас. Ко мне на пиццу. Да, кстати, Tia Games, у Тимура пицца. У него как не... Это итальянец, да? Ну, то есть там пицца самая вкусная в Италии. Я знаю, что говорю. Там сколько раз в отпуске был. Поедем все к Тимуру на пиццу, короче. Мне из Екатеринбурга ехать на пиццу. Ты сейчас в Екатеринбурге живешь? Ты же в Казахстане. Ты сейчас что, Сереж? Ты же в Казахстане вроде жил, Серега. Серег. Серьезно? Расим. Да, ребят, не спорьтесь. Мама Стамбула и Расим, мир, добра и не ругайтесь. Мир, дружба, жвачка. Блокируйтесь там, да. Не, дружба, да, жвачка. Блокироваться так, не обязательно. Легендарный, на самом деле, прям это. Слава. Короче, блин, короче, смотри, эй. Час 40 минут, я рад, что брат. Бам-бам-бам, смотри, пролетело. Давно вот этого и всего не было. Этот стрим, да. Вы найдете позже, скорее всего, так как скорее всего, как обычно, где-нибудь там в плейлисте, подкаст, там, я не знаю, в плейлист стрим у меня есть, там, я не знаю, разберемся, короче. Потом обработается, еще поставим титры, заставки. Кто был в чате сегодня, я потом посмотрю повтор и обязательно вас еще раз отмечу в описании под этим роликом. То есть в описании будут стоять те каналы, кто реально находились на стримчике. Вот такая вот. Тегну через собак. Вам оповещение потом еще на телефоне. Никаких собак. Никаких собак. Никаких собак. Почему? Через кошечек. Почему? Ладно. Киса. Через киску, да, говорит. У меня, говорит, тоже такая киска была. Все через киску. Влажная киска в зоне риска. Да. Ой, простите. Так, ну опять ты потянула тебя в ту сторону. Короче, всем огромнейшее спасибо, кто находился. Благодарочка. Огромнейшая благодарочка. Такой вот, пишите комментарий под этим стримом. Я буду всегда очень рад ответить на комментарий. Я всегда на это делаю. У меня в день выходит от 30 минут до часа. В день я уже отдаю, чтобы ответить на каждый из ваших комментариев. Потому что я отвечаю на комментарии не просто лайком, а я прям пишу. Понимаешь? Вот так вот уже. Работа уже. За комментарии уже отдаешься. Ты с ума, что ли, сошел? Нет. Нет! Нет. Ребят, классный стрим получился. Огонь. Благодарю. Это все благодаря вам, ребята. Стрим был, вы были, распаковка была. Чекан был, все здесь, да. Алды были, новенькие алды каналы были, это ребята, самое главное. Да, все, кто... Админ откуда, Мадина? Хороший вопрос. Да. Всем отличного настроения, вот. Все правильно, я желаю вам того же самого. Вот, сегодня нет. Солнечного вам продолжения дня. Общайтесь, смотрите, пишите и так далее, и тому подобное. Отдамся за комментарий. Оба-на. Аккуратнее надо сидеть. Аккуратнее. Тут у нас девушки в чате. Они могут с вами за комментарии такие вещи сделать. Я бы аккуратнее. Девочки сейчас налетят, как тебе идти, как напишите комментарии. Вот так 5 девушек. Пишите ему комментарии. На велосипед прыг и... И это. Будешь на велосипеде еще от комментариев уезжать. Да. Да, потом ответить. Германия вещает. Да. Такие вот дела. Короче... Всем. Александр Александрович Т. А тот же чувак-продюсер. Блин, это что я? О, я, короче, игрофильм, уже пошли титры.
круто. Отдам секрет салатик. Отдам секрет. Серьезно? Сережа, блин. Серега, я вот я знал, что-то там, короче, это. Легко. Легко. Блин, мужики, вы чё? Серьезно, вы мужики? Чё, мужики? Да, и пользуясь случаем, поскольку стрим на моем канале, вот вам еще одна ссылочка. Если кто-то вдруг не знает вот этот канал, то можете зайти и посмотреть. Отдамся мужу за зарплату. Ну, смотря какая зарплата. Ну, с другой стороны, это муж, как бы, ну, там по-любому надо уже без зарплаты даже, да? Так что... Там нервишки-то шалят. Кто в курсе, кто не в курсе. Чтобы зарплату получить, сколько нервов надо успокоить. Очень, да, очень много. Мужу. Сперва надо мужа выгнать на работу. Пинка ему дать щедрого для скорости, чтобы на работу сходил. Вечером придет успокаивать. Да. А потом придет, плачет, говорит, что с тобой на работе произошло? Зарплату не дают. Зарплату. И ты меня еще дура выгнала. Да. На эту работу, дурацкую. Да, да, да. Вот так всегда и происходит. Короче, вот вам... Вот жизнь, вот такая жизнь. Кто не знает этот канал, здесь шортс. Здесь даже я один раз уже провел стрим. Почти 10 минут он был. Короче, канал, по идее, создан был для шортс. Я его сейчас назвал Live. Тут выходят какие-то отрывки, какие-то намеки на видосы, которые уже были на канале, на главном. И здесь выходит какая-то ссылочка или наоборот, намеки, что будет на днях, да. Так что все вот в этом духе. У Фадея стрим, у Василия стрим. У Бигги Босс еще стрим, Сталкер, короче, у него премьера заканчивается, можете не смотреть, там все равно ничего интересного не было. Текин с одной буквой К написал, но это Текин с одной буквой К, я ему это еще сегодня в комментах напишу, подожди. Короче, такие вот дела, ну я как бы за грамматику топлю, ну когда с грамматикой люди не дружат, сам понимаешь. Такие вот дела, что вам сказать? Все, на этом сегодня. Про меня забыл сказать. А, ладно, подожди, сейчас. Нет, скажи, ну, что про да, меня... блин, ты же уже, ну, ты весь, меня, ты весь сказал. весь стрим про себя сидишь, тут что-то трындел там. Сидишь, вот, короче, вам ссылка на канал, вот, про него, у него уже 8891 подписчиков, откуда они у тебя вообще взялись, непонятно. Да. 3 восьмерочки был, теперь ждем 3 девяточки. Да-да-да. Конечно, да, ждем. Да, да, да. Да, вот подписывайтесь на вот этого балбеса. Это мой, короче, как он называется, блин, премьер, блин, модератор или супер-пупер модератор. Там, короче, ну, сами понимаете. Брат, пока удачи, удачного стрима. Спасибо большое. Спасибо за подписчику. Ответочку тоже тебе шлепнули. Вот. Всем, кто пришел от мамы близнецов, от медиатора, что-то как-то. Да. Всем от мадинатор. Мадинатор. Пишем. Мадинатор. Чтоб сегодня вечером название канала было поменено. Мадинатор. Мы еще зайдем на этот стрим. Конечно. Хорошо, человек. О, Конор, здорово. Короче, я говорю еще раз, как все это обработается. Я сегодня вечером приеду домой после работы и в описании прям отдельно вас выделю через киску. Мадинатор только отдельно. Мадинатор через М, а всех остальных через киску, короче, выделим в описании. Обязательно. Ссылочки, если у вас там канал, так тогда. Давайте, пора уже 1000 набрать. Наберем 1000, конечно, Tia Games обязательно. И ты тоже, кстати, Tia Games канал сделал месяц раньше, чем я. Ну ничего, и у тебя будет 1000 скоро. Обязательно. У всех будет 1000. У всех будет 1000. Будет больше 1000. У кого-то косарь, у кого-то 2. А я всем... Все дело не в 1000, все дело в приятном. Да. Всем вам... Вот. Да, всем желаю вам такого все же общения на канале. Цифры вот. Это все. За этими это все цифрами цифры. Не просто цифры. Это души, это ребята, это настоящие эмоции. Это вот. Люди стоят. 10 человек на трансляции, активное общение. Что тебе еще надо? Зачем вам вот эти 1000? Да. Вот так вот. Тебе до связи, короче. Зачем тебе эти правила тогда вообще нужны? Если ты хороший стример, правила не нужны. Все и так будут вести себя адекватно и классно. Так, кстати, вот статистику я ж забываю. Вот, делаю статистику. Вот. Пишешь комментарий. Я 90%, Nine 4%, Глёба Ништ 4%. 21 голос, короче, прожали и... Да. Глял бы нищ, 4%. То есть два человека, один сомневался, один написал, не пишет. Так что это я.
Глауба Нихта, типа, это ты? Я, да. Я, ты, я понял, что это я. Найн! Я просто увидел это, найн! Блин, ну нравится мне это. Вот я как-то оно, ну я, ну ты, понимаешь? Нет, найн! Найн, ты как это, Рамштайн, найн! Да, найн, все. Да, но не главное, конечно, но все же. Все будет нормально, тебе вот на специальном гости побудешь, познакомишься с новыми людьми, общайся всегда. И записывай уже, давай свой контент, делай влог лучше, он Италию показывай нам, это будет интереснее, и у тебя Юрий будет, все будет супер. Фугоров, прошу прощения, доброе утро, Юрий, но мы все, как говорится, расходимся всем. Было приятно пообщаться, я проголосовала за, кого не помню. Да. За кого не помню, я проголосовала за кого не помню. Даже так, даже. Кого не помню. За кого не помню. За кого, говорит, проголосовала, не помню, но я была за. Отлично. Очень был рад. Короче, всем добра, тепла. Словению покажу. Пока за Словению. Я приеду в Италию с GoPro, покажу Италию всем. Такие вот дела. Хотя Тей Геймс, он итальянец, он покажет вам и Италию тоже. Я вас жду от этого. Как... Делая контент, есть какие-то вопросы, всегда пиши в личку, помогу, чем смогу. Мы сами каждый день чему-то учимся и так далее и тому подобное. У меня вот со-модератор мой, КО-модератор, КО-опер, Чиканок Стар Супер. Ссылочка его была только что в чате. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово, здорово. Короче, вот он, еще раз ссылка. Йоу. Кто его не знает? Йоу-йоу-йоу-йоу, рэперы, да? Короче, мне уж тоже пора на работу. Нюта на работу собралась, я на работу собрался. Нюта уже на работу ушел. Да, Нюта уже на работе, наверное, пирожки ест. Нюта уже на работе, мне кажется. Нюта на работе, а я еще с табуретки встать никак не могу. Так что всем вам отличного дня. Пишите комментарии. Всегда приятно тем, кто старается делать контент, ответить на ваши комментарии. Критика, обоснованная или необоснованная, это уже решать тем, кто пишет комментарии. Так что всем добра, продолжение следует, как я всегда говорю. Ежедневно влог скоро уже закончится. Пока-пока. Всем пока-пока.